Максим Горький. Детство. Сыну моему посвящаю. Глава первая. В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет. Доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Мать полуголая в красной юбке стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца с лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов. Мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом. Ее серые глаза пухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет как-то особенно и хорошо подпевая матери. Дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я упираюсь, прячусь за нее, мне боязно и неловко. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. «Попрощайся, тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, ни в срок, ни в свой час. Я был тяжко болен. Только что встал на ноги во время болезни. Я это хорошо помню. Отец весело возился со мною. Потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка. Странный человек. Ты откуда пришла? Спросил я ее. Она ответила. Сверху из Нижнего. Да не пришла, а приехала. По воде не ходят. Шиш! Это было смешно и непонятно. Наверху в доме жили бородатые крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком. Это я знал хорошо. И при чем тут вода? все неверно и забавно спутано. А от чего я шиш? От того, что шумишь, сказала она, тоже смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мной из этой комнаты. Меня подавляет мать ее слезы и вой зажгли во мне новые тревожные чувства. Я впервые вижу ее такую. Она была всегда строгая, говорила мало. Она чистая, гладкая и большая, как лошадь. У нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана. Все на ней разорвалось. Волосы, лежавшие на голове аккуратно, Большою светлой шапкой, Рассыпались по голому плечу, Упали на лицо, А половина их, заплетенные в косу, Болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, Но она ни разу не взглянула на меня. Причесывает отца, И все рычит, захлебываясь слезами. В дверь заглядывают черные мужики — и солдат-будочник. Он сердито кричит «Скорее убирайте!» Окно занавешено темной шарью. Она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул. — Ничего, не бойся, лук! Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу. Ее слепое белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом. — Дверь затворите, Алексея, вон! Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите, Христа ради, это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки. Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается на полу, охая и скрипя зубами, а бабушка ползает вокруг, говорит ласково и радостно. Во имя Отца и Сына, потерпи, Варюша, Пресвятая Мать Божия, заступница! Мне страшно, они возятся на полу около отца, Затевают его, стонут и кричат, А он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго, возня на полу. Не однажды мать вскакивала на ноги и снова падала. Бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар. Потом вдруг во тьме закричал ребенок. — Слава тебе, Господи! — сказал бабушка. «Мальчик — Мальчик! И зажгла свечу. Я, должно быть, заснул в углу, ничего не помню больше. Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища. Я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца. На дне ямы много воды и есть лягушки. Две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий как бисер. Зарывай! сказал будущник, отходя прочь. Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу. Захлепала вода, спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья с земли сшибали их на дно. — Отойди, Леня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо. Я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить. — Экай ты, Господи! — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на Бога, и долго стояла, молча опустив голову. Уже могила сравнялась с землей, а она все еще стоит. Мужики гулко шлепали лопатами по земле. Налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви среди множества темных крестов. Ты что не плачешь? – спросила она, когда вышла за ограду. Поплакал бы. Не хочется, – сказал я. Ну, не хочется, так и не надо. Тихонько выговорила она. Все это было удивительно. Я плакала редко и только от обиды, не от боли. Отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала не смей плакать. Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов. Я спросил бабушку, а лягушки не вылезут? Нет, уж не вылезут, ответила она. Бог с ними. Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Новорожденный брат мой, Максим, умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, с пеленутой красной тесьмой. Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня. За мокрым стеклом бесконечно льется мутная пенная вода. Порою она, вскидываясь, лежит стекло. Я невольно прыгаю на пол. — Не бойся, — говорит бабушка, и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы. Над водою серый мокрый туман. Далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде все вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое. Глаза крепко закрыты. Она все время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне. Бабушка не однажды говорила ей тихонько. Варя, ты бы поел чего? Маленько, а? Она молчит и неподвижно. Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой. Саратов Неожиданно громко и сердито сказала мать. Где же матрос? Вот и слова у нее странные, чужие. Саратов, матрос. Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата. Уложила и понесла к двери на вытянутых руках но толстая, она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею. «Эх, мамаша!» — крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли. А я остался в каюте, разглядывая синего мужика. «Чего отошел, братишка-то?» — сказал он, наклоняясь ко мне. «Ты кто?» матрос. А Саратов кто? Город. Гляди в окно. Вот он. За окном двигалась земля. Темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая. А куда бабушка ушла? Внук хоронить. Его в землю зароют? А как же! Зароют. Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек хранятся. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал. «Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь», — сказал он. «Лягушек жалеть не надо, Господь с ними, мать пожалей». Он как ее горе ушибло. Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это пароход, и не испугался. А матрос торопливо отпустил меня на пол и бросился вон, говоря: «Надо бежать». И мне тоже захотелось бежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блеснула медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, значит, и мне нужно уходить. Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода перед мостками на берег, все стали кричать на меня. — Это чей? Чей ты? — Не знаю, меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив. — Это Астраханский из каюты! Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем. — Я тебе задам! Шум над головой становился все тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена. Стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и все было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе? Подошел к двери. Она не отворяется. Медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло но в сапоги. Огорченный неудачей я лег на узлы, заплакал тихонько и в слезах уснул. А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал. Окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много. Они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одной рукой и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень. Губы ее кривились, Темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным. Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним, теплым и мягким голосом. Видно, в наказание Господь дал, расчешик вот их окаянные!» Смолду я гривы этой хвасталась, На старости кляну. А ты спи. Еще рано. Солнышко чуть только с ночи поднялось. Не хочу уж спать. Ну, иной не спи. Тотчас согласилась она, Заплетая косу и поглядывая на диван, Где верх лицом, вытянувшись струною, Лежала мать. Как и ты, вчера бутыль-то раскокал. Тихонько говори. Говорила она как-то особенно, выпивая слова. И они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие и сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенный серебром. Вся она темная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка. Она и мягкая, и такая же, как этот ласковый зверь. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте. Но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить сплела все в разноцветные кружева и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. Сорок лет назад пароходы плавали медленно. Мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою. Установилась хорошая погода. С утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, ленивая гулка, бухая плицами, по сероватой синей воде. Тянется вверх по течению светло-рыжий пароход С боржой на длинном буксире. Боржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце. Каждый час все вокруг ново, все меняется. Зеленые горы, как пышные складки на богатые одежде земли. По берегам стоят города и села, точно пряничные издали. Золотой осенний лист плывет по воде. Ты гляди, как хорошо -то! Ежеминутно, говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены. Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне, стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я Дергаю ее за темную с набойкой цветами юбку. Ась! встрепенется она. А я будто задремала, да сон вижу. А о чем плачешь? Это, милый, от радости, да от старости, говорит она, улыбаясь. Я ведь уж старая, за шестой десяток лет весны мои перекинулись, пошли. И понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе. Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклоняясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мою силу, приподнимающую меня говорит точно поет, и чем дальше, тем складнее звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу. Еще. А еще вот как было. Сидит в подпечке старичок домовой. Занозил он себе лапу лапшой. Качается, хныкает, Ой, мышеники, больно, ой, мышата, не стерплю. Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно. Вокруг стоят матросы, бородатые ласковые мужики. Слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят. А ну, бабушка, расскажи еще чего. Потом говорят, ай да, ужинать с нами. За ужином они угощают ее водкой, меня арбузами, дыней. Это делается скрытно. На пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет, похоже на будочника с медными пуговицами и всегда пьяный. Люди прячутся от него. Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелые короны заплетенных в косы светлых волос, вся она мощная и твердая. Вспоминаются мне как бы сквозь туман или прозрачное облако. Из него отдаленные и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки. Однажды она строго сказала, смеются люди над вами, мамаша! А, Господь с ними! Беззаботно ответила бабушка. А пускай смеются на доброе им здоровье! помню детскую радость бабушки при виде нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала. — Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, нижний-то! Вот он, какой богов! Церкви -те, гляди к ты, летят будто! И просил мать, чуть не плача. Вашка, погляди, чая, а, погляди, и забыл ведь, порадуйся. Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. «Папаша!» Густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него. А он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая. — Что, дура? Ага, то-то вот! Эх вы! Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо. Ну, скорее, это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько! Дедушка сказал ей, здорово ли, мать? Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову, «Ты чей таков будешь?» Астраханский, из каюты. — Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дожидаясь ответа, отодвинул меня, сказав. — Скулки отцовские! Слезайте в лодку! Съехали на берег и толпой пошли в гору по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой. Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дедья. Черный гладковолосый Михаил, сухой как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная и голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала. — Ой, не могу! — На что они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эк, неугомонное племя! И взрослые дети все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная с собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно. Везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаи вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий незнакомый запах. Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный. Весь завешен огромными мокрыми тряпками. Заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли трепицы. В углу, в низенькой, полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова. Сандал, Фуксин, Купорос. Глава вторая. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порой с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, Слишком обильно жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости — и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданного, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой, против его воли. Дедья считали, что это приданное должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой, в слободе Кунавине. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дидья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скали зубы и встряхиваясь, как собаки а стучал ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал «По миру пущу!». Болезненно искривив лицо, бабушка говорила «Отдай им все, отец, спокойней тебе будет, отдай!» «Тсссс, потачется!» — кричал дед, сверкая глазами и было странно, что маленький такой, он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата на отмуж по лицу, тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая рябая няньки Евгения выгоняла из кухни детей, падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно. А дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал. «Братья, а! Родная кровь! Эх вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водой из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом. — Окаянные, дикое племя, опомнитесь! Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей. — Что, ведьма, народила зверья? Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол потрясающей воли. Пресвятая Мать Божия, верни разум детям моим. Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил. — Ты, мать, гляди за ними, а то они, варвару ты изведут чего доброго. — Полно, бог с тобой! Сними, Крубах, ты я зашью. И сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же, маленький, против нее, ткнулся лицом в плечо ей. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо. Они говорили долго. Сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал. «Знаю я тебя, ты их больше любишь, а Мишка твой иезуит, а Яшка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!» Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступени флаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые. — Кто тебя посадил на печь? Мать? — Я сам. — Врешь? — Нет, я сам. Я испугался. Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. — Весь в отца! — Пошел вон! Я был рад убежать из кухни. Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой, он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого. «Эх, вы, — часто восклицал он. Долгий звук «и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство. В час отдыха во время вечернего чая, когда он, дедя и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни. В этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мной чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, и все-таки он казался одетым и чище, и красивее сыновей носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях. Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дичка Успенской церкви. Золотые главы ее были видны из окон дома. Меня учила тихонькая пугливая тетка Наталья женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть в глаза ее подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько почти шепотом. — Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже, и же еси. Если я спрашивал, что такое я коже! Она, пугливо оглянувшись, советовала, Ты не спрашивай, и это хуже. Просто говори за мною, отче наш, ну, меня беспокоило. Почему спрашивать хуже? Слово якоже принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его. Яков же, я в коже! Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прервался у нее. — Нет, ты говори просто. Яку же... Но и сама она, и все ее слова были непросты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил. — Ну, Олежка, чего сегодня делал? Играл? — Вижу по желваку на лбу. Это невелика мудрость желвак нажить. А отче наш заучил? Тетка тихонько сказала. У него память плохая. Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови. А коли так, высечь надо. И снова спросил меня. Тебе отец сек? Не понимая, о чем он говорит, я промолчал. А мать сказала, — Нет, Максим не бил его, да и мне запретил. — Это почему же? — говорил Битьем, не выучишь. — Дурак он был во всем, Максим этот покойник, прости, Господи! — сердитый четко проговорил дед. Меня обидели его слова, он заметил это. — Ты что губу надул? Ишь ты! — и, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил. — А я в субботу Сашку за наперсток пороть буду. — Как это пороть? — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал. — Погоди, увидишь. Притаившись, я соображал. Пороть значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек, в астрахани, будушники бьют персиян. Это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких. И хотя здесь дидья щелкали своих то по лбу, то по затылку, дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их, больно? И всегда они храбро отвечали. Нет, не сколечка шумную историю с наперстком, я знал. Вечерами от чая до ужина дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая подшутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера — Саш зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал «Чье дело, басурмане?» Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него. Мастер невозмутимо шил. Тени прыгали по его огромной лысине. Прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там. Бабушка терла на терке сырой картофель. — Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил. «Врешь!» — крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал. «Папа, не верь! Он сам меня научил!» Дитья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня. Все говорили, виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил, Будут ли его сечь и пороть? — Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня. Дядя Михаил, ударив столу рукой, крикнул матери. — Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну! Мать сказала. — Попробуй тронь. И все замолчали. Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умылялись. Мне было ясно, что все боятся матери, даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, тише. И это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями. Моя мать самая сильная. Они не возражали. Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери. До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь. И я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил «Экай подхалим!» Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то спрятаться. Кари и зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саш Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы. Они высовывались изо рта и верхние челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто жевал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме битком набитым людьми он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и вдруг покрыв угасающее небо черной сетью, исчезают куда-то оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет белое всегда легче краситься. Уж я знаю, — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из синей за моей работой. — Зови бабушку скорее! и, зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне, — Ну и попадет же тебе за это! Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня. — Ах ты, пермяк, соленые ушей, Чтоб тебя приподняло-то шлепнуло! Потом стал уговаривать цыганка. Уж ты, Вань, не рассказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, а вось обойдется как-нибудь. Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником. «Э, — Не что, я не скажу, глядеть со шутка не наябедничал бы. — Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом. В субботу перед всеночной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сене и в комнаты, а за окном серую муть осеннего вечера шорох дождя. Перед черным чулом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка стоял в углу в лохане, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала. — Рад, мучитель! Саша Яковов сидел на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом точно старенький нищий тянул. — Простите, Христа ради! Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра плечом к плечу. Лысико, прощу! сказал дедушка, пропуская длинный влажный пруд сквозь кулак. Наука, снимай штаны-то! Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки ничего не нарушало памятной тишины, в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье подмышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток. Алексей! позвал дед, иди ближе. Ну, кому говорю? Вот гляди, как секут, раз. Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. Врешь, сказал дед. Это не больно, а вот это к больней! И ударил так, что на теле сразу загорелась вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. Несладко? Спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. Не любишь? Это за наперсток! Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал. Саша визжал страшно, тонко, противно. — Не буду, ведь я ж сказал про скатерть, ведь я сказал! Спокойно, точно псалтырь читая, Дед говорил «Донос не оправдание, доносчику первый кнут, вот тебе за скатерть!» Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав «Лексея не дам, не дам, изверг!» Она стала бить ногой в дверь, призывая «Варя, Варвара!» Дед бросился к ней, шип ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела. «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и точно мне содрали кожу сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли своей и чужой. Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки с матерью. В тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам и шипела. — Ты что, не отняла его? А? Испугалась я. какая Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я старух, да не боюсь. Стыдись! Танте, мамаша, тошно мне. Нет, не любишь ты его, не жаль тебе, сироту. Мать сказала тяжело и громко. Я сама на всю жизнь сирота. Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке. И мать говорила. Если бы не Алексей, ушла бы я, ушла. Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша, сил нет. Кровь ты моя, сердце мое, шептал бабушка. Я запомнил, мать не сильная, она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома, уехал куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка. Сел на кровать, пощупал мне голову, холодный как лед, рукою. — Здравствуй, сударь. — Да ты ответь, не сердись. — Ну, что ли? Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше. Голова его беспокойно качалась, яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему. — Вот, и видишь, я тебе гостинца принес. Нагнувшись, поцеловал меня в лоб. Потом заговорил тихо, поглаживая голову мою маленькой жесткой рукой, окрашенной в желтый цвет, особенно заметной на кривых птичьих ногтях. Я тебя тогда перед того, брат, разгорячился очень, укусил ты меня, царапнул, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел в зачет пойдет. Ты знай, когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня лишь так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищий матери сын, Я вот дошел до своего места, Старшиной цеховым сделан, Начальник людям. Привалившись ко мне сухим складным телом, Он стал рассказывать о детских своих днях Словами крепкими и тяжелыми, Складывая их одно с другим легко и ловко. Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне. — Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супроти Волги боржи тянул. Боржа по воде, я по бережку, Босс по острому камню, по осопям, да так от восхода солнца до ночи, накалит солнышко затылк-то, голова, как чугун кипит, а ты, согнувшись, три погибели, косточки скрипят, идешь, да идешь, и пути не видать, глаза потом залило. А душа-то плачется, а слеза-то катится. Эх, малеша, помалкивай. Идешь, идешь, да из лямки ты И вывалишься мордой в землю. И тому, рад, стал быть, вся сила чисто вышла. Хоть отдыхай, хоть издыхай. Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа. Да, так-то я трижды Волгу, мать, вымерил. От Симбирского до Рыбинска, от Саратова до Сюдова, да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки. В этом многие тысячи верст. А на четвертый год уши водоливом пошел, показал хозяину разум свой. Говорил он, и быстро, как облако, рос передо мною, превращался из маленького сухого старичка в человека силы сказочной. Он один ведет против реки огромную серую боржу. Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду. Пел баском какие-то песни, Потом снова молодо прыгал на кровать И весь удивительный Еще более густо крепко говорил. Но зато Олеж на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях где-нибудь, под зеленой горой, по разложим костры, кашицу варить. Да как заведет горевой бурлак сердешную песню, Да как вступится, грянет вся артель, Аж мороз по коже дернет, И будто Волга вся быстрее пойдет. Так бы чай конем и встала на дыбы до самых облаков, И всякое горе, как пыль по ветру. До того люди запивались, что бывало и каш вон из котла бежит. Тут кошевар полбу половником надбить, Играй, как хож, одела дело помни. Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил, не уходи. Он, усмехаясь, отмахивался от людей. Погодите там. Рассказывал он вплоть до вечера. И когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшный. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня. Но и забыть об этом я не могу. Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня. Помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной, но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой – он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады. Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до да локтя в красных рубцах. — Он как разнесло! Да еще хуже было! Зажило много! Чуешь ли, как вошел дед в ярость, и вижу, запорит он тебя! Так начал я руку эту подставлять. Ждал, переломится пруд. Дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня али мать. Ну, пруд не переломился. Дибок, моченый. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый. Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку. И, смеясь, говорил. — Как жаль, стал мне тебя. Аж горло перехватывает, чую. Беда, а он хлещет. — Фыркая по лошадиному, мотая головой, Он стал говорить что-то про деда, Сразу близкий мне, детский, простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил. — Так ведь и я тебя тоже люблю. Зато и боль принял за любовь. Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне. Потом он учил меня тихонько часто оглядываясь на дверь. Когда тебя вдруг ряд сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тел, ты чуешь? Вдвойне больнее, когда тел сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом. Ты это помни, это хорошо. Я спросил, Разве еще сечь будут? А как же, — спокойно сказал цыганок, — Конечно будут. Тебя, поди-ка, часто будут драть. За что? Уж дедушка сыщет. И снова забоченно стал учить. Коли он сечет с навеса, Просто сверху кладет лозу, Ну, тут лежи спокойно, мягко. А ежели он с оттяжечкой сечет, ударит, да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять. Так и ты веляй телом к нему, за лозиной, понимаешь? Это легче. Подмигнув темным косым глазом, он сказал. — Я в этом деле умнее самого квартального. У меня брат из кожи хоть голицший. Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка. Глава третья Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головой. «Золотые руки у Иванка, дуй его горой!» Поменить мое слово, немал человек растет. Дидья тоже обращались с цыганком ласково, дружески, и никогда не шутили с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое. То нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат полуслепому разноцветные куски материи. Он сошьет их в одну штуку, а дедушка ругает его за это. Однажды, когда он спал после обеда в кухне на палатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный, и серой бороды тускло смотрит два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык. Они были неистощимы в таких выдумках. Но мастер все сносил молча, только крякал тихонько, да прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой. Даже за обедом, перед тем, как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин, и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе. Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала «Бестыжие рожи! Злый Но и о цыганке за глаза дидья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяй. Я спросил бабушку, от чего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне. А вишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять. Когда у них свои мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его. Дескать, плохой работник. Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом. Одец свой нравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может. Дедьям-то это невыгодно будет. Понял? Она тихонько засмеялась. Хитрят все, богу насмех. Ну, а дедушка хитрости эти видит, да нарочно дразнит, я ж с Мишей. Куплю, говорит Ивану, рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали. Мне он самому нужен. Они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль. Твое танцы это дорогая. Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказки. А про деловую жизнь семьи, о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя она говорила посмеиваясь, отчужденно. Как ты -то издали? Точно соседка, а не вторая в доме по старшинству. Я узнал от нее, что цыганок подкидыш. Раннюю весной в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке. — Лежит, в запа обернут, — задумчиво и таинственно сказала бабушка. — Еле попискивает. Закоченел уж. — А зачем подкидывают детей? Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось, да померла, и подсунет туда своего-то. Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок. Бедность все, Алеш, такая бывает бедность, что и говорить нельзя и считается, что незамужняя девица не смей родить. Стыдно где. Дедушка хотел был Ванюшку-то в полицию нести. Да я отговорила. Возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал в тех места, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено. Кабы все дожили целую улицу народу, восемнадцать домов. Я гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а пятнадцати уши родила. Да вот полюбил Господь кровь мою, все брал да и брал детишек моих в ангелы, и жал к мне, а и радостно. Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся. Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовался Иванке. Уж больно люблю вас, маленьких. Ну и приняли его, окрестили. Вот он и живет, хорош. Я его вначале жуком звала. Он, бывало, ужал особенно, совсем жук, ползет и ужит на все горницы. Люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеночной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нетянуй упрыж, врезывал из бумаги саней и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных. А Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал. За орхию поехали! приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял. — Мешок забыли! Монах бежит, тащит! Связывал ножки таракана ниткой, насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями. — Дьячок из кабака к вечерне идет! Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собой длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно. — Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любит. Кто мышей кормит, тому и дед домовик мироволит. Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его дураком. Несколько раз кряду. Он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру. А потом жаловался мне, шмыгая носом. Знаю я, они уговорились, они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею, не хуже. Ему был девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе. Но особенно он памятен мне в праздничные вечера. Когда дед и дядь Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком проходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Нянька Евгения, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом. Иногда присутствовали волосатый Успенский дичок и еще какие-то темные скользкие люди, похожие на щук и на лимов. Все много пили, ели, вздыхая тяжко. Детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова. Нус, и я начнусь. Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал в шею точно гусь. Круглое беззаботное лицо его становилось сонным, живые неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое — невольно поднимавшие на ноги. Его музыка требовала напряженной тишины. Торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятные чувства, грустные и беспокойные. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого. Большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании. Особенно напряженно слушал Саш Михайлов. Он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкался руками в пол, и если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза. И все застывали очарованные. Только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них, на столе качаются желтые огни двухсальных свеч, острые точно копья. Дядя Яков все более цепенел. Казалось, он крепко спит, сцепив зубы. Только руки его живут отдельной жизнью. Изогнутые пальцы правые неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась. Пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу. Выпивший он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню. Быть бы Якову собакою, Выл бы Яков с утра до ночи, Ой, скучно мне, ой, грустно мне. По улице монахи не идет, на заборе ворона сидит. Ой, скучно мне! За печкой сверчок тарахтит, Тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне! Нищий вывесил портянки сушить, А другой нищий портянки украл. Ой, скучно мне, да ох, грустно мне. Я не выносил этой песни, и когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал «Эх, как бы голос мне!» Пел бы я, как господи! Бабушка, вздыхая, говорила. Будет тебе яж сердце надрывать, А ты бы, вонятка, поплясал. Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, Но было, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, и отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухорски кричал. «Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись!» Охарашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни, его смуглые щеки краснели, и, сконфужно улыбаясь, он просил. — Только почаще, як Васильевич! Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем полыхал цыганок. Реял коршуном, размахнув руки точно крылья, незаметно передвигал ноги, гикнув, приседал на пол и метался с золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шока. А шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу неизвестно куда. — Режь поперек! — кричал дядя Яков, притоптывая и пронзительно свистел, и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки. Эх, ма, как бы не было мне жалко лаптей, Убежал бы от жены и от детей. Людей за столом подергивало, Они тоже порою вскидывали, подвизгивали, Точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине И урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда, он бы другой огонь зажег. Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли? Нет. Ну, бывал он, да бабушка, стой к погоди. Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого поклонился бабушке и стал просить ее необычайно густым голосом. — Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеев ухаживала. Утешь! — Что ты? Свет, что ты, государь Григорий Иванович? Посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. Куда уж мне плясать, людей смешить только. Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову и пошла по кухне, выкрикивая. «Ай, сметь сильно на здоровье! А ну-ка, Яша, перетряхни мозг-то!» Дядя весь Кинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел в присядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул. Мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно. — Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь. Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а няньке Евгения, выгнув кадык, запела низким приятным голосом. Всю неделю до субботы плела девка кружева и стомилась работой, Эх, просто чуть жива. Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки. Все ее большое тело колеблется нерешительно. Ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась вдруг испугалась чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то, опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбнулась, все веселее. И вдруг ее сорвалось с места, закружило вихрем, Вся она стала стройней, выше ростом, И уж нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты Чудесного возвращения к юности. А нянька Евгения гудела, как труба. В воскресенье от обедней до полуночи плясала, Ушла с улицы последней, жаль, праздника мало. Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару, Все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила — а вы, полночка, не видали вы настоящих-то плесуней. А вот у нас в Балахне была девка одна. Уж и не помню, чья, как звали, так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости. Глядишь, бывал на нее, вот тебе и праздник, а более ничего не надо. Завидовала я ей грешница певцы да плесуны — первые люди на миру!» — строго сказал нянька Евгения и начала петь что-то про царя Давида. А дядя Яков, обняв цыганка, говорил ему, «Тебе бы в трактирах плясать, с ума свел бы ты людей!» «Мне голос иметь хочется!» — жаловался цыганок. Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после хоть в монахи. Все пили водку, особенно много Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала. — Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь. Он отвечал солидно. — Пускай, мне глаза больше не надобны. Все видел я. Пил он не пьянее, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца. Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Саватеич. Бабушка вздыхала, поддакивая. Да, Господь, дитя. Все было страшно интересно. Все держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой. Однажды дядя Яков не очень пьяный начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу. — Что это такое? Что? — выл он, обливаясь слезами. — Зачем это? — бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал. Негодяй и подлец, разбитая душа! Григорий рычал. Ага, тот то вот! А бабушка тоже трезвая, уговаривала сына, ловя его руки. Полный яш, Господь знает, чему учит. Выпивший, она становилась еще лучше. Темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила Господи, Господи, как хорошо все! Нет, выглядите, как хорошо то все! Это был крик ее сердца. Лозунг всей жизни. Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя. Все у тебе знать, неохотно против обыкновения сказала она. Погоди, рано тебе торгаться в эти дела. Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану. Но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера и, выталкивая меня из мастерской, кричал «Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, а вы крошу!» Мастер, стоя перед широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок. Мастер взглянул на меня из-под очков мутными красными глазами и грубо сказал Ивану — Другов, али не видишь? А когда цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе. под сюда, посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал, дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает. Понял? Тебе все надо понимать. Гляди, а то пропадешь. С Григорием просто как с бабушкой, но жутко. И кажется, что он из-под очков видит все насквозь. Как забил, говорит он, не торопясь. А так, ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головой и тискает бьет. Зачем? А он поди и сам не знает. И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно. — Может, зато бил, что была она лучше его, а ему завидно. Коширины брат хорошего не любят. Они ему завидуют, А принять не могут, Истребляют. Ты вот спроси-ка бабушку, Как они отца твоего Со света сживали. Она все расскажет, Она неправду не любит, Не понимает. Она вроде святой, Хоть и вино пьет, Табак нюхает. Блаженная, как ты. Ты держись за нее крепко. Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В синях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько. — Ты не бойся его, он добрый. Ты гляди прямо в глаза ему, он это любит. Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так. Были у них другие речи, другое веселье. Ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко. На улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то, один другому. Тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны. Они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме. И вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием. Моя дружба с Иваном все росла. Бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому. И я почти весь день вертелся около цыганка. Он все так же подставлял подрозге руку свою, когда дедушка сек меня а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне. — Нет, это все бестолку. Тебе не легче, а мне гляди-ка вот, больше я не стану. Ну тебя! И в следующий раз снова принимал ненужную боль. — Ты ведь не хотел? — Не хотел. Да вот сумнул. Так уж как-то незаметно. Вскоре я узнал про цыганка нечто, еще больше поднявший мой интерес к нему и мою любовь. Каждую пятницу цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену, одевал короткий до колен полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго — все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протирая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу. — Не едет? Нет — Нет. Больше всех волновалась бабушка. — Эх, ма! — говорила она сыновьям и деду. — Погубите вы мне человека, и ложь погубите, и как не стыдно вам рожи бессовестные! Альмал своего Ох, неумные племя, жадюги, накажет вас Господь. Дедушка хмуро ворчал. Ну ладно, последний раз это. Иногда цыганок возвращался только к полудню. Дитя, дедушка поспешно шли на двор. За ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжие в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов. Всего купил, как сказано было? спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз. Все как надо, весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами. Не бей голец, за них деньги даны! — строго кричал дед. — Сдача есть? Нету — Нету. Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко. — Опять что-то много ты привез. Гляди, однако, не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого. И уходил быстро, сморщив лицо. Дедья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали одобрительно, шумели. Ну, ловко отобрал. Дядя Михаил особенно восхищался. Пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озявшие руки в рукава, он расспрашивал цыганка. — Тебе, отец, сколько дал? — Пять целковых. — А тут на пятнадцать. — А сколько ты потратил? — Четыре с гривной. — Стало бы девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги ростят? — Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо. — Ты нам, Ванька, по косушке поставь! — лениво говорил он. Бабушка распрягал коня. — Что, дитятка, что, котенок, пошалить охота? Ну, побалуй, богова забава! Огромный шарап, взмахивая густой гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая и не с ресниц, тихонько ржал. — Хлебца просишь? Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную. Мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест. Цыганок, играющий тоже, как молодой конь, подскочил к ней. Уж так, бабань, хорош Мерин, так умен! Поди прочь, не верти хвостом! Крикнула бабушка, притопнув ногою. Знаешь, что не люблю я тебя в этот день. Она объяснила мне, что цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует даст ему дед пятишницу, а он на три рубля купит, а на десять украдет. Невесело говорила она. Любит воровать баловник. Раз попробовал, ладно, вышло. А дом посмеялись, похвалили за удачу. Он и взял воровство в обычай. А дедушка с молду бедности горе доста отведал, Под старость жаден стал. Ему деньги дороже детей кровных, Он рад дровщине, А Михайло с Яковом... Махнув рукой, она замолчала на минуту, Потом, глядя в открытую табакерку, Прибавила ворчливо. Тут, Леня, дела кружева, Оплела а их слепая баба, Где уж нам узор разобрать? Вот поймают Иванку на воровстве, Забьют до смерти. И еще помолчав, она тихонько сказала. Эх, эх, правил у нас много, а правды нет. На другой день я стал просить цыганка, чтоб он не воровал больше. А тут тебя будут бить до смерти. Не достигнут, вывернусь. Я ловкий, конь резвый, сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. — Ведь я знаю, воровать нехорошо и опасно. Это я так себе от скуки. И денег я не коплю. Дедья твои за неделю-то все у меня выманят. Мне не жаль. Берите, я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько. Легкий ты, тонкий, а кости крепкие силач будешь. Ты знаешь что? Учись на гитаре играть. Проси дядю Якова, ей-богу. Мал ты еще, вот не задача. Мал ты, а сердитый. Дедушка-то не любишь. Не знаю. А я всех коширенных, кроме бабани, не люблю. Пускай их демон любит. А меня? Ты не коширен. И пешков, другая кровь, другое племя. И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал. Эх, бы голос мне певучий. Ух ты, господи! Вот отжег бы я народ. Иди, брат, работать надо. Он спустил меня на пол, посыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи. Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислонен к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишний. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилой своей жены, и дал обед отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее. Этот день наступил в субботу, в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор. Дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи. Дедья в одинаковых черных полушубках приподняли крест земли и встали под крылья. Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги. «Не сдюжишь?» — спросил Григорий. «Не знаю. Тяжело будто». Дядя Михаил сердит закричал. «Отворяй ворота, слепой черт!» А дядя Яков сказал. «Стыдись, Ванька, мы обжишь тебя!» Но Григорий, распахивая ворота, посоветовал Ивану. «Гляди же!» не перемогайся. Пошли с Богом! Плешивая дура! — крикнул дядя Михаил с улицы. Все, кто был на дворе, усмехнулись. Заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли. Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил. — Может, сегодня дедушка не посечет тебя. Ласково глядит он. В мастерскую, усадив меня на груду, приготовленной в краску шерсти, и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходящий над котлами пар, задумчиво говорил. — Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю. В начале дела видел, и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки и приятели были. Вместе это дело начали придумали. Он умный дедушка. Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее. Он только улыбнется, а самый премудрый человек уши в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надо на тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Сватеич, козырь был. Он все понимал, зато дедушка и не любил его, не признавал. Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инием на досках косой крыши. Сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянный пылью досыпан. На улице взвизгивают полозы саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая. Глинный костлявый Григорий. Бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня. Гляди всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится, и ей тоже отстанет. Тяжелые очки надавили ему переносие, конец носа налился синей кровью и похож на бабушки. Стойка! — вдруг сказал он, прислушиваясь. Потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним. В кухне среди пола лежал цыганок, вверх лицом. Широкие полосы света из окна падали ему одна на голову, на грудь, другая на ноги. Лоб его странно светился. Брови высоко поднялись. Косые глаза пристально смотрели в черный потолок. Темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри. Из углов губ по щекам на шею и на пол стекала кровь. Она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Иваны неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые. Они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дрессвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу очень яркие. Цыганок не двигался. Только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, цапаясь за пол и блестели на солнце окрашенные ногти. Нянька Евгения Присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу. Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови. Нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот. Он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери. Поткнулся он! Каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головой. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали. Упала, а его и придавило. В спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест. Вы его и задавили, глухо сказал Григорий. Да! Как же! Вы! Кровь все текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него. Михаила в церковь погнал на лошади за отцом. — шептал дядя Яков. А я на извозчика навалил его, да скорее сюда уж. Хорошо, что не сам я под комель встал, а то бы вот. Нянька снова прикрепляла свечу к руке цыгана, капала на ладонь ему воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал. — Да ты в головах к полу прилепи, чуваша! — и то. Шапку-то сними с него. Нянька стянула с головы Ивана шапку. Он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет «Фу, жарынь!». Так делал он, когда просыпался по воскресеньям после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками освещая лохматые до да сине черные волосы. Желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы. Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая. Голубчик ты мой, есть ребенок утешный. Было жутко холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал. — Сволочи! Какого вы парня зря извели? Ведь ему бы цены не было лет через пяток! На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана. Я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, гроза дедья маленьким красным кулаком. «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всклипывая, говоря скрипучим голосом. «Знаю я, он вам поперек глоток стоял!» «Эх, Ванюшечка, дурачок!» — Что поделаешь, а? Что, — говорю, — поделаешь? Кони чужие, вожжи гнилые. — Мать, не взлюбил нас Господь за последние годы, а? Мать! Располставшись на полу, Бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко. Вон окаянная! Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно, непамятно. Глава четвертая. Я лежу на широкой кровати, в четверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другую неторопливо и нечасто крестясь. На дворе стреляет мороз, Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные во льду стекла окна, Хорошо осветив доброе носатое лицо И зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит точно кованая. Темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу. Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул. — Ведь врешь, поди, разбойник. — Не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голубь душа. — Ну-ка, давай одеяло. Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки. Тогда она рычит. «Ах, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!» Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину. А она хохочет. «Что, рекин сын, съел комара?» Но иногда она молится очень долго. Я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится. Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк. Слушать их очень интересно. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно и быстро, а потом густо ворчит. Ты, Господи, сам знаешь. Всякому хочется, что получше. михаил старшой, ему бы в городе надо остаться. За реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное. Что будет, неведомо. А отец, он Якова больше любит. А ли хорошо неровно-то детей любить? Упрям, старик, ты бы, Господи, вразумил его. Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему. наведи к ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надо детей-то делить. Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и снова выпрямившись, говорит внушительно. Варваре-то улыбнулся бы радостью какой. Чем она тебя прогневала? Чем грешнее других? Что это? Женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомини, Господи, Григория, глаза-то у него все хуже, ослепнет, а по миру пойдет. Нехорошо. Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет? О, Господи, Господи! Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла. Что еще? Вслух вспоминает она, приморщив брови. Спаси, помилуй всех православных, меня дуру окаянную прости. Ты знаешь, не со зла грешу, а по глупому разуму. И глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно. Все ты, родимый, знаешь, все тебе батюшка ведома. Мне очень нравится бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил ее, расскажи про Бога. Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя. Приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синие камни яхонта под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом. Нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно в радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, Как снег идет, али пчелы роятся, Али бы белые голуби летают с неба на землю, Да опять на небо. И обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин, Каждому ангел дан, Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит, Лексей дедушке язык высунул, а Господь и распорядится. Ну, пускай старик посечет его. И так все про всех, и всем он воздает по делам, кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь. Слава тебе, Господи! слава тебе. А он, милый, только улыбается им, дескать, ладно уж. И сама она улыбается, покачивая головою. Ты это видела? Не видала, а знаю, отвечает она задумчиво. Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой. Лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы. Бога видеть человеку не дано, а слепнешь, только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видел я. Они показываются, когда душа чиста. Стоял я в церкви у ранней обедни, А в алтаре и ходят двое, как туманы. Видно сквозь них все, светлые светлые И крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола И отцу Илье помогают, старичку он поднимет ветхие руки, Бог молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень-очень старенький был, слепой уж, тыкался обо все и по скорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидала их, обмерла от радости. Сердце заныло, слезы катятся. Ох, хорошо было! Ой, Ленька, голубая душа, хорошо все у Бога и на небе, и на земле. Так хорошо, а у нас хорошо, разве? Осенив себя крестом, бабушка отвечала, слав Пресвятой Богородице, все хорошо. Это меня смущало. Трудно было признать, что в доме все хорошо. Мне казалось, в нем живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки к груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно. «Господи, прибери меня, уведи меня!» Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал. «Ослепну, померу пойду, и то лучше будет. Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы померу вместе. Я уже говорил ему об этом». Мастер, усмехаясь в бороду, ответил «Вот и ладно, и пойдем» а я буду оглашать в городе это вот Василия Каширина, цехового старшины внук от дочери. Занятно будет. Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее вспухшие губы. Я спрашивал бабушку, — Дядя бьет ее? Вздыхая, она отвечала, — Бьет Тихонь-то, анафема проклятый, Дедушка не велит бить ее, Так он по ночам, злой он, А она кисель. И рассказывает, вдушевляясь, Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали, Ну, в зубы ударит, в ухо, За минут потреплет, А ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка одного обил на первый день Пасхи, От обедней до вечера. Побьет, устанет, отдохнув опять. И вожами, и всяко. За что? Не помню уж, а вдруг горять, он меня избил до полусмерти, Да пятеро суток есть не давал. Еле выжил тогда. А то еще... И это удивляло меня, да не менее. Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее. — Разве он сильнее тебя? — Не сильнее, а старше. Кроме того, муж. За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть. Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы. Иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам. Она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умильно. — ка, милая личика! — перекрестясь целовала. — Запылилась, окоптела. Ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голубая душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякое отдельно стоит. Зовется это двенадцать праздников. В середине же Божья Матерь Феодоровская, предобрая. А это вот не рыдай мне, мати зрящего гробе. Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина в куклы. Она нередко видела чертей во множестве и в одиночку. Иду как-то великим постом. Ночью. Мимо Рудольфова дома. Ночь лунная, молостная. Вдруг вижу верхом на крыше около трубы сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой вахматый, нюхает за да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестил его, да воскреснет Бог и расточаться в рази его, говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крышта во двор. Расточился. Должно, скромные варили Рудольф и в этот день. Он и нюхал, радуюсь. Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря, «Очень они любят озорство, совсем как малые дети». Вот однажды стирал я в бане, и дошло время до полуночи. Вдруг дверцы каменки как отскочит, и посыпались оттуда они, мало-мало меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я к двери не отходу. Увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуть нельзя под ноги лезут, дергают, Сжали так, что и окститься не могу. Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все кружатся, озоруют, зубенки мышины искалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячие, ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь. А как воротилась в себя, свеча еле горит, корыто простыла, стирные на пол брошено. Ах, вы, думаю, раздуй вас горой! Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари. Наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головой, молчит минуту, и вдруг точно вспыхнет вся. А то проклятых видел я. Это тоже ночью, зимой, в юго была. Иду я через юг фавраг, где, помнишь, сказывала отца твоего Яков до да Михайлов в проруби, в пруде хотели утопить. Ну вот, иду только сквырнулась по тропе вниз на дно. Как засвистит, загикает по врагу. Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, И дородный такой черт в красном колпаке колом торчит. Правит ими, на облучок встал, руки вытянул, Держит вожжи из кованых цепей. А по врагу езды не было и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти. Свистят, кричат, колпаками машут. Да это кто семь троек проскакала, как пожарные. И все кони вороной масти. И все они, люди, проклятые отцами-матерьми. Такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела. Не верить бабушке нельзя. Она говорит так просто, убедительно. Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земли как она увещевала разбойницу князь барыню Янгалчеву не бить, не грабить русских людей. Стихи про Алексея, божьего человека, про Ивана Воина, сказки о премудрой Василисе, о попе козлей, Божьем Крестнике, страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, о Тамане Разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери-разбойника. Сказок были и стихов она знала бесчисленно много. Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной, нечистой силой, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудить меня ночью и шепчет. «Алеш, милый, таракан лезет, задави Христа ради!» Сонно я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага. Это не сразу и не всегда удавалось мне. «Нет нигде!» — говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила. «Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю!» Она никогда не ошибалась. Я находил таракана где-нибудь далеко от кровати. Убив? Ну, слава богу! А тебе спасибо. И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь. Если я не находил насекомое, она не могла уснуть. Я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной мертвой тишине и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет. Около порога он, пацанок пополз. От чего ты боишься тараканов? Она резонно отвечала. А непонятно мне, на что они? Ползают и ползают черный. Господь всякой тле свою задачу задал. Макриц показывает, что в доме сырость. Клоп, значит, стены грязные, вож нападает, нездоров будет человек. Все понятно. А эти, кто знает, какая в них сила, на что они насылаются. Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед распахнул дверь в комнату, сиплым голосом сказал. — Ну, мать, посетил нас Господь! Горим! — Да что ты! Крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба тяжко топая бросились в темноту большой парадной комнаты. Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай, ребят! Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. И... Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли скользкие желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них точно ему жгло подошвы и кричал. «Это Мишка поджег! Поджег да ушел! Ага!» «Цыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал. Сквозь ини на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая их, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался, Мастерская из украшенной им становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сене на крыльцо и обомлел. Слепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки — Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая, Купорос, дураки, взорвет купорос! Григорий, держи ее! выл дедушка, ой, пропала! Но бабушка уже вынырнула вся, дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыльку поросного масла. — Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то! Горю, али не видно! Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатую в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь в бежавшим людям, говорила. «Амбар, соседи, отстаивайте, перекинь огонь на амбар, на сеновал наш все дотлас горит, и ваш займется, рубите крышу, сено в сад». Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты. Батюшки, соседи, беритесь дружней, Бог вам на помощь. Она была так же интересна, как и пожар. Освещенная огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал шараб, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда. Огонь ударил его большие глаза, они красно сверкнули. Лошадь захрапела, уперлась передними ногами, дедушка выпустил повод из рук и, отпрыгнул, крикнув. «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся!» — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «А ли я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных глухо мычавших детей и закричала Василь Васильевич, лексея нет! Пошла, пошла, ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени кольца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась, торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей. Внутри постройки своим и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя с напами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки. «Уйди!» — крикнула она. «Задавят! Уйди!» На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя. «Разойдись!» Весело и торопливо звенели колокольчики. Все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю? Уйди!» Нельзя было не послушаться ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залились, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. «Это кто? Ты? Не спишь? Боишься? Не бойся, все уж кончилось!» Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко. Дед вошел, остановился у порога и спросил. — Мать! — Ой, обожглась? — Ничего. Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанный сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой. — Умылся бы! — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом. Дед вздохнул. «Э, «Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает!» И, погладив ее по плечу, добавил оскалив зубы. «На краткое время, на час, а дает!» Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился. «Григория рассчитать надо, это его недосмотр!» отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет дурак. Пошла бы ты к нему. Она встала и ушла, держа руки перед лицом, дуя на пальцы. А дед, не глядя на меня, тихо спросил. Весь пожар видел. Сначала бабушка-то как, а? Старуха ведь, бит ломана. То-то же. Эх, вы! Согнулся и долго молчал. Потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил. — Боялся ты? — Нет. — И нечего бояться. Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол к рукомойнику. И там, в темноте, топнув ногою, громко сказал. — Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельцев. Он дурак, а ты вор. Вот как надо делать, и не будет пожаров. Ступай, спи. Чего сидишь? Я ушел, но спать в эту ночь не удалось. Только что лег в постель, меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой. Я снова бросился в кухню. Среди нее стоял дед без рубахи со свечой в руках. Свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел. ⁇ Мать Яков, что это? ⁇ Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре. Волной бился в потолок и стены, размеренный все более громкий надсадный вой. Ошалело бегал дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то. Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд. — Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка. Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул. — Кто ты? Фу, испугал! Везде ты, где не надо! Что это делается? Тетка Наталья родит, — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол. Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила. Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее. Курить начинаю. Для глаз. Бабушка советует нюхай а я считаю, лучше курить. Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз на бедный огонь свечи. Ухо и щека его были измазаны сажей. Рубаха на боку изорвана, я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый точно рано набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного. Бабушка-то обожглась таки, как она принимать будет? Ишь, как стена и тетка, забыли про нее. Она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала с испугу. Вот оно, как трудно человека родить а баб не уважают. Ты запомни, баб надо уважать, матерей то есть. Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила, в уши лезли странные слова. «Царские двери отворить надо!» «Дайте ей масло, лампу с ромом, да сажи, полстакана масла, полстакана рому, да ложку столовую сажи!» дядя Михайло назойливо просил. «Пустить меня поглядеть!» Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком. «Дурак!» — сказал я ему. Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною. «Расшибу опечку!» Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами на коленях у деда. Глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко. «Оправданий же нам нет никому!» Над головой его ярко горела лампада, на столе среди комнаты свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро. Дед спросил, наклоняясь ко мне, — Что болит? Все болело. Голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом. Все кругом было так странно, почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди — священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье, и еще много. Все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему, — Нако, отведи этого спать. Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты. А когда я влез на кровать, он шепнул. Умерла тетка-то Наталья. Это не удивило меня. Она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню к столу. А где бабушка? Там, ответил дядя, махнув рукою и ушел все так же, на пальцах босых ног. Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижимались чьи-то волосатые, седые, слепые пальцы. В углу над сундуком висит платье бабушки. Я это знал. Но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь, хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал цыганок, и по полу растекались ручьи крови. В голове или сердце росла какая-то опухоль. Все, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало. Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка — притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски, жалобно сказала. «Рученьки мои!» Рученьки, больно. Глава пятая К весне дедья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал за реку а дед купил себе большой интересный дом на полевой улице с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнатой на чердаке и садом, который опускался во враг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивника. — Розок-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаившим дорожкам. — вот я тебя скоро грамоте начну учить. Так они годятся. Весь дом был тесно набит квартирантами. Только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей. А бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака. Она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка. Смотреть на все это сверху было очень занято. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться. Он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый. Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой. Нюхал табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо. «Здравствуй, мир честной, во веки веков!» Ну вот, Алёша, голуб душа, и зажили мы тихо. Слава тебе, цариц небесная, уж так толь хорошо стало все. А мне не казалось, что мы живем тихо. С утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и всегда опаздывая, охали, все готовились к чему-то и звали. Акулина Ивановна! Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила. — Против воши, сугарня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надо париться. а коль вошь подкожная, Берите гусиного сала, чистейшего, столовую ложку, чарню сулимы, три капли веских ртути, разотрите все это семь раз на блюде черепочком фаянсовым и машки. Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, ртуть пропадет. Меди серебра не допускайте. Вредно. Иногда она задумчиво советовала. Вы, матушка, — Печоры, у схимнику сходите, не умею я ответить вам. Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть сонь Богородицы, чтобы женщины заучивали его на счастье, давала хозяйственные советы. — Огурец сам скажет, когда его солить пора. Ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился. Квас сладкого не любит, так вы его изюмцев заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно. Есть дунайский вкус и гешпанский, а то еще кавказский. Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории. Я как бы прирос к ней, и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи. Иногда на краткое время являлась откуда-то мать, гордая, строгая, она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе. Однажды я спросил у бабушки, — Ты колдунья? — Ну вот еще выдумал! — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила. — Где уж мне? Колдовство — наука трудная, а я вот и грамоты не знаю, ни аза, дедушка-то вон какой громотей едучий, а меня не умудрил Богородица. И открывала передо мною еще кусок своей жизни. Я ведь тоже сиротой росла. Матушка моя бабылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночь со страха выкинулась из окна, да бог себе и перебила. Плечо ушибло тоже с того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барм не нужна, и дали они ей вольную. Живи, дея, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники до да кружевницы, Все на показ народ. Ходим, бывал мы с ней, с матушкой, зимой, осенью по городу, А как Гаврила архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше куда глаза ведут. В мурме бывали, и в Юревцы, и по Волге вверх, и по тихой оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить. Земля ласковая, трава бархатная, Пресвятая Богородица цветами осыпла поля. Тут тебе радость, тут ли сердце в простор. А матушка-то бывала, прикроет синие глаза, Да как заведет песню на великую высоту, Голос у нее не силен был, а звонок, И все кругом будто задремли. Не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить. А как минуло мне девять лет, Зазорно стал матушки, помер уводить меня. Застыдилась она, и осела на балахне. Кувыркается по улицам, из дома в дом, А на праздниках по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести. Тороплюсь, учусь, хочется скорее помочь матушке-то. Бывало, не удается чего, слезы льются. В два года с маленьким, гляди ты, научилась делу. Да и в славу по городу вошла. Чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам. Ну, ка Уля, встряхни как люшки, а я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я. Ты, мол, матушка, бросай по миру собирать. Теперь я тебя одна сама прокормлю. А она мне, молчик, знай, это тебе на приданное копится. Тут вскоре и дедушка насунулся. Заметный парень был, двадцать два года, а уж водолив. Высмотрел меня мать его. Видит, работница я, нищего человек дочь, значит, смирный буду. Ну-ну. А была она калашница, и злой души баба, не тем будь помянта. Эх, ма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит. Он их видит, а бесей любят. И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова. Помню, был тихий вечер. Мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем. И ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя. — Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо, — С медом пей, это тебе лучше. Затыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил, — Ты гляди, не помереть бы мне. — Не бойся, догляжу. То — То-то, теперь помереть это будет, как бы вовсе не жил, все прахом пойдет. — А ты не говори, лежи, нема. С минут он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг точно уколотый стряхнулся, соображал вслух. — Яшку с Мишкой женить надобно, на, как можно скорей. Может, жены да новые дети попридержат их, а? И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой. Я сидел у окна, глядя, как Рдеет над городом вечерние заря, И красно сверкают Стекла в окнах домов. Дедушка запретил мне гулять По двору и саду за какую-то провинность. В саду вокруг берез Гудя летали жуки, Бондарь работал на соседнем дворе, Где-то близко точили ножи, За садом во враге Шумно возились ребятишки, Путаясь среди густых кустов. Очень манил на волю. Вечерняя грусть вливалось в сердце. Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня. «Ну — к ты, пермяк соленой уши, поди сюда. Садись, кула калмыцкая. Видишь фигуру? Это ас. Говори. Ас, буки, веди. Это что? Буки. Попал. Это? Види, врешь, ас! Гляди! Глаголь, добро есть! Это что? Добро. Попал! Это глаголь. Верно, а это? Ас! Вступилась бабушка. Лежал бы ты, отец, мирно! Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Алексей! Он обнял меня за шею горячей влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком. Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне «Земля! Люди!» Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им. Земля походила на червяка, Глаголь насутулого Григория, я на бабушку со мной, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд, и в разбивку. Он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его. Хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел. — Мать, ты гляди, как взвелся, а! Ах, лихорадка астраханская! Чего ты орешь? Чего? Это вы кричите! Мне весело было смотреть на него и на бабушку. Она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки и смотрела на нас и, негромко смеясь, говорила. — Да будь вам надрываться-то! Дед объяснял мне дружеский. Я кричу, потому что я нездоров. А ты чего? И говорил бабушке, встрякивая мокрой головой. А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нет. Память, слава богу, лошадиная. Вали дальше, курнос. Наконец он шутливо столкнул меня с кровати. Будет. Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь. И за это я тебе дам пятак. Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо. — Бросил тебя, мать-то, поверх земли, брат! Бабушка встрепенулась. — Ай, отец, что ты говоришь эдак? — Не сказал бы, горь нудит. — Эх, какая девка заплуталась! Он резко оттолкнул меня. — Иди гуляй, на улицу не смей, а по двору да в саду. Мне именно и нужно было в сад. Как только я появлялся в нем, на горке мальчишки из оврага начинали метать меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же. «Бырь пришел!» — кричали они, завиди меня, и поспешно вооружаясь. «Лупи его!» Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня но было приятно отбиваться одному против многих. Приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно. Грамота давалась мне легко. Дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня. Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это. Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул. «Чего?» и дробно засмеялся, говоря, — Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать, кроме меня? Сгинь пошел! Но тот же час схватил меня за плечо и, снова заглянув в глаза, спросил. Хитер ты? Аль простодушен, а? Не знаю. Не знаешь? Ну так я тебе скажу. Будь хитер, это лучше а простодушность та же глупость, понял? Баран простодушен, запомни. Айда, гуляй. Вскоре я уже читал по складам псалтырь. Обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом. Буки, люди, ослабла, живете и же же блаже. «Наш ер блажен!» — выговаривал я, водя указкой по странице. И от скуки спрашивал. «Блажен муж, и это дядя Яков?» «Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж!» Сердито фыркой говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка. И почти никогда не ошибался. Через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал. Да, по игре песням да песни Монцарь Давид, а по делам о весоломьи Давид. Песнотворец, словотер балагур. Эх, вы, скакаши играя веселыми ногами, а далее доскочит? Вот, далеко ли? Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое озабоченное лицо. Глаза его прищурись смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, теплое чувство. Я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови. — Дедушка! — Ась! — Расскажите что-нибудь. — А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — По басенке любишь, а псалтырь не любишь. Но я подозревал, что он и сам любит по басенке больше псалтыря. Он знал его почти весь на память, прочитывая по обеду каждый день перед сном. Кафизму вслух и так, как дички в церкви читают часослов. Я усердно просил его и старик, становясь все мягче, уступал мне. Ну, и ладно, псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к Богу на суд идти. Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и все плотнее прижимаясь к ней, скинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца. Однажды приехали в Балахну разбойники, грабить купца Заева. Дедов отец бросился на колокольню бить на бат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колколов. Я ту пору мал ребенок был. Дело этого не видел, не помню. Помнить себя я начал от француза в двенадцатом году. Мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в балахну нашу десятку три пленников. Все народ сухонький, маленький. Одет кто в чем, хуже нищие братья. Дрожат, а которые и помороженные стоят не в силу. Мужики хотели был насмерть перебить их, да конвой не дал. Гарнизонные вступились, разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все. Французы эти народ ловкий и догадливый, Довольно даже веселый, песни бывают поют. Из Нижнего барь приезжали на тройках глядеть пленных. Приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, Бивали даже. Другие разговаривают мило на ихнем языке, Денег дают, и всякой хурды-мурды теплый. Один барин, старичок, закрыл лицо руками и заплакал. В конец, говорит, погубил француз злодей Бонапарт. Вот видишь как, русский был и даже барин, а добрый чужой народ пожалел. С минут он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое, с осторожностью. Зима мелит, метет по улице, мороз избы жмет. Они, француз, бегут, бывал, под окошко наш к матери. Она клочи пекла да продавала. Стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просит. Мать в избу не пускала их, а в окно сунет калач, так француз хватит да за пазуху его. у горячий, прям к телу, к сердцу. Уж как они терпели это, нельзя понять. Многие поумирали от холода. Они люди теплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане на огороде двое жили. Офицер с денщиком Мироном. Офицер был длинный, худущий, кости да кожа. В салопе бабьим ходил, так солоп по колено ему. Очень ласков был и пьяница. Мать моя тихонько пиву варил, продавала. Так он купит, напьется и песни поют. Выучилась по нашему. Лопочь бывала. Ваш сторона нет белый, он черный и злой. Плохо говорил, а понять можно. И верно это. Верховые края наш не ласковый, по Волге теплее земля а по Закаспиям будто и вовсе снегу не бывает. А это можно поверить. Ни в Евангелии, ни в Деяниях, ни того паче в Псалтыре про снег, про зиму не упоминается. А места жития Христова в той стороне. Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать. Он снова молчит, точно задремал. Думает о чем смотрит в окно, скосив глаза. Маленький и острый весь. Рассказывайте, напоминаю я тихонько. Ну вот, вздрогнув, начинает он. Французы, значит, тоже люди, не хуже нас грешных. Бывал, матери-то кричат «Мадама! Мадама!» Это стал быть «Моя дама! Барни моя!» А барн-то из на себе мешок муки носит по пяти пудов весу. Сильща была у нее не женская. До двадцати годов меня за волосы трясла очень легко, а в двадцати годов я сам неплох был. А денщик от Мирон лошадей любил. Ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему ложь почистить. Сначала боялись, испортит враг. А после сами мужики стали звать его Айдамерон. Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был, даже красно, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их. После здесь в Нижнем к навалам был. Да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. Офицер к весне чахнуть начал и в день Никол Вешнего помер тихо. Сидел, задумавшись, в бане под окном, да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было. Я даже поплакал тихонько о нем. Нежным он был. Возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое. И непонятно, а хорошо. Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня. Да мать запретила, даже к попу водил меня, а поп высть велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать. За тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни. Вот я примерно, я такое испытал. Стемнело. В сумраке дед странно увеличился, глаза его светятся точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы. «Запомни! Ты это запомни!» Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память, болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а все только бывало. И я заметил, что он не любит вопросов, поэтому я настойчиво расспрашивал его. А кто лучше, французы или русские? Но как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут. Сердито ворчит он и добавляет. В своей норе и хорек хорош. А хороший, со Совсячины. При помещиках лучше были. Кованый был народ. А теперь вот все на воле, Ни хлеба, ни соли. Бари, конечно, не милостивы, Зато у них разума больше накоплено. Не про всех это скажешь, Но коли барин хорош, Так уж залюбуешься. А иной барин да дурак как мешок. Что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много. Взглянешь человека, а узнаешь, скорлупа одна. Ядрат нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить. А точил тоже нет настоящего. Русские сильные? Есть силачи. Да не в силе дела, в ловкости. Силы сколько не имей, а ложь все сильней. А зачем французы нас воевали? О, война — дел царское, нам это недоступно понять. Но на мой вопрос, кто у таков был Бонапарт, дед памятно ответил. Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили. Ни господ, ни чиновников не надо, а просто живи без сословия. Имена только разные а правда одна для всех. И вера одна. Конечно, это глупость. Только раков нельзя различить, а рыбы вся разная. А сетр саму не товарищ, стерлить селедки не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали. Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов, и я тебе про них после расскажу. Иногда он долго и молча разглядывал меня округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно. И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери. Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом. — А, помнишь, отец, как хорошо был, когда мы с тобой в Муром на Богомольях в каком бишь году? Подумав, дед обстоятельно отвечал. Точно не скажу, а было это до холеры. В год, когда аланчан ловили по лесам. А, верно, еще боялись мы их. То-то! Я спрашивал, кто такие оланчане и от чего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял. Аланчане просто мужики, а бегали из казны из заводов от работы. А как их ловили? Ну как? Как мальчишки играют? Одни бегают, другие ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнотом, ноздри рвали тоже. Клейм на лоб ставили для отметки, что наказан. За что? За спрос. Это дела неясные. И кто виноват, тот ли кто бежит, а ли тот, кто ловит, нам не понять. А помнишь, отец, снова говорит бабушка, как после большого пожара, любя во всем точность, дед строго спрашивает, какого большого? Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют. Невеселую песню, о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о Юродивых Христа ради, о сердитых господах. Сколько прожится, сколько видно, тихонько бормотал дед. Али плохо жили, говорил бабушка. Ты вспомни-ка, сколь хорошо началась весна после того, как я Варю родила. Это в сорок восьмом году, в самый венгерский поход. Кум-то тихно на другой день после крестин, и погнали. И пропал, вздыхает бабушка. И пропал, да. С того года, божье, благость не как вода на плод, в дом нам потекла. Эх, Варвара! «А ты полный, отец?» Он сердится, хмурится. «Чего полно? Не удалить детей-то с коей стороны, не взгляни на них. Куда сок сил наш пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем, а Господь-то вложил в руки нам худое решето». Он вскакивал и точно обожженный бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулачком. «А все ты потакала им, Татям, потачиться! Ты ведьма!» В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, совался в угол к образам, бил с размаху в сухую гулкую грудь. «Господи, а ли я грешнее других? За что?» И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми в слезах глазами. Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала. «Но что уж ты растасковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же» спор да распри да тамаша. Все отцы матери грехи свои слезами омывают, не ты один. Иногда эти речи успокаивали его, он молча устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко спокойно. Эх, дурак! И плюнула кровью под ноги ему. А он дважды протяжно взвыл, поднял обе руки. «Уйди! Убью!» «Дурак!» — повторила бабушка, отходя от двери. Дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь перед лицом его. — Старая шкура! — шипел дед багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами. Я сидел на лежанке, ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. Впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко. Открывало что-то новое в нем, такое, с чем нельзя было примириться, и что как будто раздавило меня. А он все стоял, вцепившись в косяк, и точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола. Но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь. — Ну! Господи! Я съехал с теплых израстов лежанки, как по льду, бросился вон. Наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот. Тебе больно? Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила. Ничего, зубы целые, губу разбил только. За что он? Выглянув в окно на улицу, она сказала сердится. Трудно ему старому, неудачи все. Ты ложись с Богом, не думай про это. Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула. — Я кому говорю ложись? Не слух какой! Сел у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее. В синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате темно. Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала. — Спи спокойно, а я к нему спущусь. Ты меня не больно жалей, голубь душа. Я ведь тоже подика и сама виновата. Спи. Поцеловав меня, она ушла а мне стало нестерпимо грустно. Я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске. Глава шестая. Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, Растрепанный, как всегда, Похожий на изработанную метлу. Нездоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, Он с корговоркой начал встряхиваясь, Размахивая руками. «Тятенька, Мишка буянит! Неестественно совсем! Обедал у меня, напился И начал безобразное безумие показывать. Посуду перебил и взорвал в клочья Готовый заказ, шерстяное платье». Окна выбил, меня обидел. Григория! Сюда идет, грозится отцу, кричит, бороду выдеру, убью. Вы смотрите!» Дед, упираясь руками в стул, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор. «Слышь, мать!» — взвизгнул он. «Каков, а?» Убить отца идет. Чу, сын родной. А пора, пора, ребята. Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову. «Это вы все хотите, Варварина, приданное сцапать? Натика! Он сунул кукиш под нос дяди. Тот обиженно отскочил. «Тетенька, я-то при чем? — Ты? Знаю я тебя! Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф. — Я же защитить вас приехал! — Ну! — насмешливо воскликнул дед. — Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-ка слесе это и что-нибудь в руку! Кочергуха, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится, брат, Пей его в мою голову! Дядя сунул руки в карман и отошел в угол. — Коли вы мне не верите... «Верю — Верю! — крикнул дед, топнув ногой. — Нет, всякому зверю поверю. Собаки ежу, а тебе погожу. Знаю, ты его напоил, ты научил. Ну-ка вот, бей теперь. На выбор бей. Его, меня. Бабушка тихонько шепнула мне. — Беги наверх гляди в окошко, а когда дядя Михаил покажется на улице, заскочи сюда, скажи, ступай скорее. И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу. Широкая она покрыта густым слоем пыли. Сквозь пыль высовывается опухлями крупный булыжник. Налево она тянется далеко, и, пересекая овраг, выходит на острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам, старый острог. В нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо через три дома от нашего широко развертывается Синая площадь, замкнутая желтым корпусом арестанских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами. В одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее тухлый дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дедья зимой бросили в прорубь моего отца. Почти против окна переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками. Он упирается в толстую приземистую церковь трех святителей. Если смотреть прямо, видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов. Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью. Они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже вместе со мною ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного. Двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне. Густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью. Эти запахи всегда вызывают у меня уныние. Скучно. Скучно как-то особенно, почти невыносимо. Грудь наливается жидким, теплым свинцом. Он давит изнутри, распирает грудь, ребра. Мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь. И мне тесно в маленькой комнатке под гробообразным потолком. Вот он, дядя Михаил. Он выглядывает из переулка из-за угла серого дома. Нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен. Одна рука в кармане клетчатых брюк, другую он держится за борду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собирался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в деда в дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришел. Но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака. Дверь визжит, дребезжат стекла. Я бегу вниз, стучусь в комнату деда. — Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая. — Ты? Ну, в кабак зашел? Ладно, ступай. Я боюсь там. Потерпишь. Снова я торчу в окне темнеет. Пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее. В окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней. В доме напротив музыка. Множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют. Когда отворится дверь на улицу, вытекает усталый, надломленный голос. Я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки — бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором. Бабушка завидует нищему, слушая его песни. Она говорит, вздыхая, «Эх, и ведь благодатный, какие стихи знает! Удача!» Иногда она зазывает его во двор. Он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка рядом с ним слушает, расспрашивает. — Погоди-ка, да разве Божья Матерь и в Рязани была? И нищий говорит басом уверенно. — Она везде была, по всем губерниям. Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если бабушка пришла. Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой? Почему дед и дядя не любили его? А бабушка Григорий и нянька Евгения говорят о нем так хорошо. А где мать моя? Я все чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и были, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, все выше поднимает ее в моих мечтах. Мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленные с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходил князь-барни Янгалчева вместе с Божьей матерью. И Богородица уговаривает мать мою, как уговаривала князь барыню. «Не собрать тебе, рабожадная, со всея земли злато-серебра, не прикрыть тебе, душа алчная, всем добром земли наготу твою». И мать отвечает ей словами князь-барни, разбойницей. Ты прости, пресвятая Богородица, Пожалей мою душеньку грешную, Не себя ради мира я грабила, А ведь ради сына единого. И Богородица, добрая как бабушка, Простит ее, скажет, Эх ты, Марьюшка, кровь татарская, Ой, ты зла беда христианская, А Эдипна по своем пути и стезя твоя, и слеза твоя. Да не тронь хоть народа то русского, по лесам ходи, да мордву зари, по степям ходи, калмыка гони. Вспоминая эти сказки, я живу как во сне. Меня будет топот возня, рев внизу, в синях на дворе, высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабачика, смешной черемесин Мильян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила. Он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и, наконец, он, стремглав, летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щекол, да и запор. Через ворота перекинули измятый картуз. Стало тихо. Полежав немного... Дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в ворота. Раздается гулкий удар точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками, из окон домов высовываются человечьи головы. Улица оживает, смеется, кричит. Все это тоже, как сказка, любопытная, но неприятная. Пугающее. И вдруг все сотрется, все замолчат, исчезнут. У порога на сундуке сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша. Я стою перед ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки. Но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо. — Господи, а ли не хватило у тебя разума доброго на меня? на детей моих. Господи, помилуй! Мне кажется, что в доме на полевой улице дед жил не более года, от весны до весны. Но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу. «У их опять дерутся!» Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде. Жители его в трепете. Иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан. Они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины. Однажды они разнесли баню, переломав в ней все, что можно было сломать, полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму. Дед темный и немой стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разоряющих его добро. Бабушка бегла где-то по двору, невидимой в темноте, и умоляюще взывала. «Миша, что ты делаешь, Миша?» Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой должно быть недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее. За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно. Я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит навстречу мне. Вон она нафима! Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю в тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку. Боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою. Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенце в голову, крикливо жалобился. Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили. Каб не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору. Срамно, какие же это родители полиции детей своих травят. Ну, значит, лежи, старик. Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь, пошел к окну. Бабушка подхватила его под руки. Куда ты, куда? Зажги огонь! задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он. А когда бабушка зазгла свечу, он взял посвешник в руки и, держа его перед собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко. Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шалудивый! тотчас же в дребезге разлетелось верхнее стекло окна, и на стол около бабушки упала половинка кирпича. «Не попал!» — завыл дед и засмеялся или заплакал. Бабушка схватила его на руки точно меня и понесла на постель, приговаривая испуганно. Что-то, что-то, Христос с тобою, ведь это-то Сибирь ему, ведь разве он поймет в ярости, что Сибирь? Дед дрыгал ногами и рыдал сухо хрипуче. Пускай убьет! За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну. Бабушка успел схватить меня и, швырнув в угол, зашипела. «Ах ты, окаянный!» В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сене дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь. А за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя. «Пустить вы меня к нему, дать слово сказать!» Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чертака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякующим голосом. «По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо!» Рядом с дверью в стене было маленькое окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала. — Миша, Христа ради, уйди! Изувечут тебя, уйди! Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей пало что-то широкое. А вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть. — Миша, беги! А — -а, а, мать! — страшно взвыл дед. Дверь распахнулась, Черную дыру ее вскочил дядя, и тотчас, как грязь с лопатой, был сброшен с крыльца. Кабатчица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. Кость ла! Ох, переломилась, видно, сказала бабушка, не открывая глаз. А с ним что сделали? С ним? Ой, мисс! строго крикнул дед. Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его. Ну, зол, в кого бы это? Бабушка застонала. За костоправкой я послал, ты потерпи, сказал дед, присаживаясь к ней на постель. Изведут нас с тобой, мать, раньше сроку изведут. Отдай ты им все. А Варвара? Они говорили долго. Бабушка тихо и жалобно, он крикливо сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до да ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее был не видно. Она едва двигала ногами, шаркой по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу. «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Глава седьмая Я очень рано понял, что у деда один бог, а у бабушки другой. Бывало, проснется бабушка — Долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтоб не разбудить меня. — Обстрели вас, колтун вам окаянный! Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косой, умывается наскоро, сердито-фыркая, и, не смыв раздражение с большого и измятого сном лица, встает перед иконами. Вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее. Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо казанской Божьей Матери, она широко истово крестилась и шумно горячо шептала. Богородицу преславную, подай милости твоей я на грядущий день, матушка. Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее. Радости, источник, Красавица причистая, яблони в цвету. Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. Сердечушка мое чистое небесное, Защит моя и покров, Солнышко золотое, мать Господня, Охрани от наваждения злого, Не дай обидеть никого, И меня бы не обижали зря. С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки. Иисус Христе, Сыне Божий, буди милости в ко мне грешницы, матери Твоей ради. Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной. Утром она молилась недолго. Нужно было ставить самовар. Прислугу дед уже не держал. Если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался. Иногда он, проснувшись раньше бабушки, сходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривят тонкие темные губы, а за чаем ворчал. — Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надо молиться, а ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь! — Он поймет, — уверенно отвечала бабушка. — Ему что не говори, он разберет. Чуваша проклятая, эх вы! Ее бог был весь день с нею. Она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все. Люди, собаки, птицы, пчелы и травы. Он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. Однажды балованный кот-кабачицы, хитрый, сластеный подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца. Бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота. — Бога ты не боишься, злодей подлый! Кабачицы и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них. — Думаете, скоты бог не понимают? Всякая тварь понимает от них хуже вас, безжалостные. Запрягая ожиревшего унылого шарапа, она беседовала с ним. — Что ты скучен, богов работника, старенький ты! Конь вздыхал, мотая головою. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен но перед ним нельзя было лгать. Стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать. Однажды кабачица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участие в ссоре изругала злобно и даже бросила в нее морковью. — Ну и дура вы, сударня моя, — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке. Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз. По наблюдениям моим над междуусобицами жителей, я знал, что они мстят друг другу за обидой, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур, или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в катки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек. Но все это мне не нравилось. Нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное. Я придумал подстерег, когда кабачица спустилась в погреб, закрыл над нею творила, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлепала меня, где подобает. Вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабачицу, и как обе они, дружно посмеиваясь, идут по двору. — Я тебя! — пригрозила мне кабачица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила, — Это ты зачем сделал? Она в тебя морковью кинула. Значит, а ты за меня? Так? Вот я тебе, брондохлыст, мышам в подпечку суну, ты очнешься. Какой защитник? Взглянить на пузырь, а то сейчас лопнет. Вот скажу у дедушки, он тебе кожу-то спустит. Ступай на чердак, учи книгу. Целый день она не разговаривала со мной. А вечером, прежде чем встать на молитву, присел на постель и внушительно сказала памятные слова. Вот что, Ленька, голуб, душа. Ты закажи себе это. В дела взрослых не путайся. Взрослые люди порчены, они Богом испытаны, а ты еще нет. И живи детским разумом. Жди, когда Господь твоего сердца коснется. Дело твое тебе укажет на тропу твою приведет. Понял? А кто в чем виноват, это дело не твое. Господу судить и наказывать, ему, а не нам. Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила. Да поди-ка и сам вот Господь не всегда в силь понять, где чья вина. Разве Бог не все знает? — спросил я удивленный, и она тихонько и печально ответила. — Ка бы все ты знал, так бы много поди люди ты не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит, глядит, с небесит на землю, на всех на нас. Да в ну, иную минуту как вас плачет, да как возрыдает. Люди вы мои люди, люди, милые мои люди, ох, как мне вас жалко. Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться. С той поры ее Бог стал еще ближе и понятнее мне. Дед, поучая меня, тоже говорил, что Бог существо вездесущее, всеведующее, всевидящее, добрая и помощь людям во всех делах. Но молился он не так, как бабушка. Утром, перед тем, как встать в угол, к образам, он долго умывался, потом аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил. «Во имя отца и сына и святаго духа!» Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина. Даже мухи жужжат осторожнее. Он стоит, вздернув голову, брови у него приподняты, ощетинились золотистая борода торчит горизонтально, он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. Напрасно судья приедет, и кое-гожда деяния обнажаться. Он шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит. Тебе единому согреших, отврати лице твое от грех моих читает веру и слова. Правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притоптывая в так молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суши, чистенький, такой аккуратный и требующий. Врача родшая, у и души моей многолетние страсти, стенание от сердца приношу непрестанно усердствуй, владычица! И громко взывает со слезами на зеленых глазах. Вера же вместо дел, да вмениться мне, Боже мой, Да не взыщи дел, отнюдь оправдающих мя. Теперь он крестится часто, судорожно кивает головою, точно бодаясь. Голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей. Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом. Есть хочется. Бабушка хмуро прислонилась к притолке и вздыхает, опустив глаза в пол. В окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, Утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками. А дед все еще молится, качается, взвизгивает. Погаси пламень страстей моих, я конищ есть и окаянин. Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий. Знаю и напряженно слежу, не ошибется ли дед не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадные чувства. Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке, «Здравствуйте!» Мы кланялись и, наконец, садились за стол. Тут я говорил деду, «А ты сегодня давлеет пропустил». «Врешь?» — беспокойно и недоверчиво спрашивает он. «Уж пропустил!» надо на то, вера моя, да давлеет вместо всех. А ты не сказал давлеет. — На кого? Вот — восклицает он виновато, мигая глазами. Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание. Но пока, видя его смущения, я торжествую. Однажды бабушка шутливо сказала. — А скучно, поди-ка, Бог ты слушать, молень твою, отец. Всегда ты твердишь, Одно да все то же. — Чего это? — зловеще протянул он. — Чего ты мочишь? — Говорю, от своей души ни словечко Господу не подаришь ты никогда. Сколько я не слышу. Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей. Бросил и завизжал, как пила на сучке. — Вон, старая ведьма! рассказывая мне о необоримой силе Божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость. Вот согрешили люди и потоплены, еще согрешили и сожжены, разрушены города их. Вот Бог наказал людей голодом и мором, и всегда он меч над землею, бич грешникам. Всяк, нарушающий непослушанием законы Божии, наказан будет горем и погибелью!» Постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он. Мне было трудно поверить в жестокость Бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить не страх не пред Богом, а пред Ним. И я откровенно спрашивал его. «И это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?» А он также откровенно отвечал, «Ну, конечно, еще бы не слушался ты!» «А как же бабушка?» «Ты ей, старый дурь, не верь!» «Строгучий он. Она с молоду глупа! Она безграмотна и безумна! Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобою про эти великие дела! Отвечай мне, сколько есть чинов ангельских?» Я отвечал и спрашивал, «А кто такие чиновники?» «Эк, тебя мотает!» — усмехался он, пряча глаза и, пожевав губами, объяснял неохотно. «Это бога не касаемо. Чиновники — это человеческое. Чиновник — суть законоед. Он законы жрет». «Какие законы?» «Законы?» Это значит обычай веселее и охотнее говорил старик, подблескивая умными колючими глазами. «Живут люди, живут и согласятся. Вот это лучше всего. Это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилам, законам. Примерно. Ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести и в каком порядке. Ну вот, уговор этот и есть закон. А чиновники? а чиновник озорнику подобен. Придет и все закон порушит. — Зачем? Ну, этого тебе не понять. Строго нахмурюсь, говорит он и снова внушает. Надо всеми делами людей Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человечье непрочно. Дунет Господь, и все во прах, в пыль. У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался. — А вон дядя Яков поет «Светлые ангелы Божьей чины», а чиновники — «Холопи сатаны»? Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренно смеется. — Связать бы вас с Яшкой, по ноге допустить да по воде сказал он. Песня, не ему петь, не тебе слушать не надобно. Это кулугорские шутки, раскольникам придумано, еретиками. И задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул. Эх, вы! Но ставя Бога гораздо и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела. И его, и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям, ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу. Иногда дед мечтал. Помог бы Господь продать домишка этот, Хоть с подъестами пользы. Отслужил бы я молебен Николе угоднику. Бабушка, посмеиваясь, говорила мне. Как ему, старому дураку, Николу и станет дом продавать? Нет у него, Никол, бачки никакого дела, лучше-то. У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами. Избавили от беды милостивцы». Я помню эту беду. Заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно. Дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова. Перед ужином он читал со мной псалтырь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова. «Что Ти принесу, или что те воздам, великодоровитый бессмертный царю? И соблюди нас от всякого мечтания, Господи, покрыми от человек некоторых, дашь мне слезы и память смертную» а бабушка нередко говаривала. Ой, как все дни устал я, уж видно, не помолясь лягу. Дед водил меня в церковь, по субботам ко всеночной, по праздникам к поздней обедни. Я и во храме разделял, когда какому богу молиться. Все, что читают священник и дичок, это дедову богу, а певчие поют всегда бабушки. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которые, помню, тревожно раздвояло мою душу. Но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь. Он не любил никого, следил за всем строгим оком, он прежде всего искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать. В те дни мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни. Все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня. Бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос как же этот дед не видит доброго Бога? Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня. Я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищи у меня не заводилось. Соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они зовут меня Кошириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу — Кощея Коширина внучок вышел, глядите, валяй его! И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня. И домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный в пыли. Бабушка встречала меня испуганно соболезную. Что, редкий сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну с руки на руку? Мыло мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала. Ну что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтобы он не выпускал тебя. Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал. Опять с медалями. Ты у меня, Ник Воин, не смей на улицу бегать. Слышишь? Меня и не тянула улица, если на ней было тихо. Но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на деду в запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей смерть в кармане. Это был высокий, сухой и копченый человек тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице, согнувшись, странно качаясь, и молча упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо с маленькими грустными глазами внушало мне боязливое почтения. Думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно. Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов. Но вот остановился, вскинул голову в мохнатые шапки, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся. — Игоша, смерть в кармане! Игош, куда идешь? — Гляди, смерть в кармане! — кричат мальчишки. Он хватался рукой за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукой, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами. В этом отношении мальчишки были неизменно богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая, Длинный тулуп мешал ему бежать. Он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли. Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка. Останавливаясь под окнами, она песклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то в бок. Подайте, Христа ради, слепому, убогому. А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома. В окно в лицо встречного, насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду. Губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил. А напротив, его убежал домой и говорил бабушке, Григорий ходит по улице. — Ну! — беспокойно и жалостно восклицала она. — На, беги, подай ему! Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно. Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила — как-то раз он спросил, где я. Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему. Было нестерпимо стыдно перед ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории. Проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку. Ты чего ж бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит. Он хороший ведь. — Отчего дедушка не кормит его? — спросил я. — Дедушка-то! Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом пророчески сказала. — Помяни мое слово. Горестно накажет нас Господь за этого человека. Накажет? она не ошиблась. Лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами. «Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка там небы, эх вы!» Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучая, волнующее душу. Эх вы. Кроме Егоши и, и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась в празднике огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похавные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы в лавки, она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надуто, как пузырь, большие серые глаза, страшные, насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала. Деточки мои, где вы? Я спрашиваю бабушку, что это? Нельзя тебе знать, ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко. Был у этой женщины муж, чиновник воронов. Захотелось ему получить другой высокий чин. Он и продал жену начальнику своему. А тот ее увез куда-то и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети ее, мальчик и девочка, померли уже. Муж проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горю женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция. Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда. Когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего. Скворцу, отнятому ей у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна, большой такой, добрый зверь, и густым голосом твердит, переимчивый, черный, как уголь птицы. Но проси, скворушки, кашки. Скворец, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мюкнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему. Да ты не балуй! Серьезно говорит ему бабушка. Ты говори, скворушки-кашки. Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки. Старух смеется радостно, дает птице просиной каш из пальца и говорит: Я тебя шельму знаю, притворяшь ты. Все можешь, все умеешь. И ведь выучила скворца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на «Драстуй!». Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку. Дед внятно произносит слова молитвы, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает тю-тю-тю, тю. Деду показалось обидным это. Однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо. Убери его, дьявола! Убью! Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска. Ведь я точно наливался чем-то тяжким И подолгу жил, как в глубокой темной яме, Потеряв зрение, слух и все чувства, Слепой и полумертвый. Глава восьмая Дед неожиданно продал дом кабачику, Купив другой на канатной улице. Немощенная, заросшая травою, Чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких пестро окрашенных домиков. Новый дом был нарядней, милее прежнего. Его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской. На нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарные решетчатые ставни чердачного окна. Крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза, и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хороший сад. Небольшой, но густой и приятно запутанный. В одном углу его стояла маленькая и точная игрушка баня. В другом была большая, довольно глубокая яма. Она заросла бурьяном, и из нее торчали толстые головни, остатки прежней сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа – постройки Бетлинга. В глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровной, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол. Ее домик, осевший в землю темные ветки, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковыренные глубокими оврагами, с тяжелой синей тучей леса вдали. По полю целый день двигались, бегали солдаты. В косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми. В передней половине жил военный из татар с маленькой круглой женою. Она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким звонким голосом пела чаще других – задорную песню. Одна любить не рада, искать другую надо, умея ее найти, И ждет тебя награда на верном всем пути. О, сладкая награда! Военный, круглый как шар, сидя у окна, надувал синее лицо, И весело, выкатывая какие-то рыжие глаза, Непрерывно курил трубку, кашлял странным собачьим звуком. бух, бух, бух. В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков. Маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий литой парень с лицом, похожим на поднос красной меди, и невеселый длинный татарин Валей, Динщик. Все это были люди новые, богатые, незнакомым для меня но особенно крепко захватил и потянул меня к себе на хлебник хорошее дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал хорошее дело. Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза. — Лень, кричи, хорошее дело, чай пить. Вы, хорошее дело, что мало кушаете? Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами, незнакомыми мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них. Подходил, спотыкаясь к чертежам на стене, и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым странно белым носом, а иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру, видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради. Очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Иногда он стоял в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем. Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет. Но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные не страшны, не опасны. В этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «Миловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником фармазоном. — Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась. — Не твое дело. Молчи и знай. Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение. — Ты чего делаешь? Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах, ожогов, сказал. — Влезай. То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко. — Ты Откуда? Это было странно. Я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него. Я ответил, «Здешний? Внук?» «Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему. «Я не Каширин, а Пешков». «Пешков?» — неверно повторил он. «Хорошее дело», отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал, «Ну, сиди смирно». Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белый как соль, облил чем-то из темной бутылки чашке зашипела, задымилась, едкий запах бросился в нос мне. Я закашлялся, замотал головой, а он, колдун, хвастливо спросил. — Скверно пахнет? — Да, то-то же. Это, брат, весьма хорошо. — Чем хвастается? — подумалось мне, и я строго сказал. — Если скверно, так уж нехорошо! — «Ну — Ну! — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако. — А ты в бабки играешь? — В козны? — В козны, да. — Играю. — Хочешь, налиток сделаю. Хорошая битка будет. — Хочу. — Неси давай бабку. Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке. Заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал я тебе налиток сделаю, а ты за это не ходи ко мне, хорошо? Это меня прижестоко обидело. Я и так не приду, никогда. Обиженный я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь. Осень была, уже давно начался листопад. — Ну-ка, подстригай малину, — сказал дед, подавая мне ножницы. Я спросил его хорошее дело чего стоит? — Горниц портит, — сердито ответил он. — Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему, съезжал бы. — Так и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника. Но я поспешил. Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшее собрание приглашая пить чай всех жителей, извозчиков, денщика. Часто являлась и Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу около печи неподвижно и немотно торчал хорошее дело. Немой Степан играл с татарином в карты. Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал. А, — Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье семечки в большой глиняной банке. Резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь. — Пожалуйте-ка, милостью, покушайте! — – ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком. Петровна приносила вишневую наливку в бутылки, веселые барыня, орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие. Спустя некоторое время после того, как хорошее дело предложил мне взятку, за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь. Но ветер шумели деревья, царапая и стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило-тихи а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклоняясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя. «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше!» я поместился в ног ее на широком приступке, почти над головою хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана Воина и Мирона Отшельника. Мерно лились сочные, веские слова. Жил-был злой воевода гардирон, Черная душа, совесть каменная, Правду он гнал, людей истязал, жил во зле, словно сыч в дупле. Пущу же всего не взлюбил Гордион старца Мирона отшельника, Тихого правды защитника, миру добродея бесстрашного. Клич твоего доверного да слугу, Храброго Иванушку война. Потька, Иванка, убей старика, старчище Мирона Кичливого. Путь, сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, я собак покормлю. Пошел Иван, послушался, идет Иван, горько думает, не сам иду, нужда ведет. Знать, такая мне доля от Господа. Спрятал в острый меч Иван под полу, Пришел, поклонился отшельнику. Все ли ты здоров, честной старичок? Как тебе, старца, Господь милует? Тот прозорливец усмехается, Мудрыми устами говорит ему — Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать, Господу Богу все ведомо, Злое и доброе в его руке. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне. Стыдно Иванке пред отшельником, А и боязно Ивану ослушаться. Вынул он меч из кожаных ножон, Вытер железо широкой полой. Я был Мироне, хотел тебя убить, так, чтобы ты и меча не видал. Ну, а теперь молись Господу, молись ты ему в останний раз за себя, за меня, за весь род людской, а после я тебе срублю голову. Стал на коленки старец Мирон. Стал он тихонько под дубок молодой, дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбающийся: "О, Иван, гляди, долго ждать тебе. Велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не мать." Тут Иван сердито прихмурился, Тут он глупенько похвастался. Нет уж, коли сказано, так сказано, Ты знай, молись, я хоть век подожду. Молится отшельник до вечера, С вечера он молится до утренней зари, С утренней зари он вплоть до ночи, С лета он молится опять до весны. Молится Мироне год за годом. Дуб от молодой стал до облака, С Желуди его густо лес пошел, А святой молитве все нет конца. Так они по сей день не держатся, Старчий все тихонько Богу плачется, Просит у Бога людям помощь. У преславной Богородицы радости. А Иван от воин стоит около. Меч его давно в пыль рассыпался, кованые доспехи съела ржавчина, Добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, Зной его сушит, не высушит. Гнус ему кровь точит, не выточит, Волки медведи не трогают, В юге до морозы не для него. Самот он не в силе с места двинуться, Ни руки поднять, ни слова сказать. Это лишь ему в наказание дано, Злого бы приказу не слушался за чужую совесть не прятался а молитва старца за нас грешников и по сей добрый час течет ко господу яко светлая река в океан моря уже в начале рассказа бабушки я заметил что хорошее дело чем-то обеспокоит он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрыми движениями ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, на хлебник строго шипел. Шш! А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал. Знаете, это удивительно, это надо записать непременно, это страшно верное наше. Теперь ясно было видно, что он плачет. Глаза его были полны слез. Они выступили сверху и снизу, глаза купались в них. Это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфужно молчали. А бабушка торопливо говорила. — Запишите, что же, греха в этом нету. Я и еще много знаю эдакого. Нет, именно это, это страшно русское! Возбужденно выкрикивал нахлебник и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова — нельзя жить чужой совестью, да, да. Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько виноват ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфужно переглядываясь. Бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там. Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила. — Рассердился будто? — Нет, — ответил дядя Петр, — это он так себе. Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар. А дядя Петр, не торопясь, говорил. — Господа все такие, капризники! Валей угрюмо буркнул. — Холостой всегда дурит! Все засмеялись, а дядя Петр тянул. До да слез дошел. Видно, бывал щук клевала, а нони и плотва едва. Стало скучно. Какое-то уныние щемило сердце. Хорошее дело очень удивил меня. Было жалко его. Так ясно помнились его утонувшие глаза. Он не ночевал дома. А на другой день пришел после обеда, тихий, измятый, явно сконфуженный. Вчера я ошумел, сказал он бабушке виновато, словно маленький. Вы не сердитесь? На «Ну, что же? А вот что я вмешался, говорил, вы никого не обидели. Я чувствовал, что бабушка боится его не смотрит в лицо ему и говорит необычно, тихо, слишком. Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто. «Видите ли, я страшно один, нет у меня никого. Молчишь, молчишь, и вдруг вскипит в душе, прорвет. Готов камню говорить, дереву!» Бабушка отодвинулась от него. А вы бы женились? Э! -э, -э, -э вскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой. Бабушка нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне, Ты гляди, не очень вертись около него. Бог его знает, какой он такой. А меня словно потянуло к нему. Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал Страшно один. В этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним. Заглянулся двора в окно его комнаты. Она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро в беспорядке брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как и их хозяин. Я пошел в сад, и там в яме увидал его. Согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колено, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо слепыми глазами Филина. Потом вдруг спросил, как будто с досадой. За мной? Нет? Так что же? Так. Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал. Ну, полезай сюда. Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. Сиди. Будем сидеть и молчать, ладно? Вот это самое. Ты упрямый? Да. Хорошее дело. Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет. Беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные летние запахи, пахнет только холодной сыростью. Воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе сует, намелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый из двух шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но вздрогнув снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые и легкие мысли, но они тонкие, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то. Ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку на хлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучьи яблонь на красное небо. Следил за полетами хлопотливых чечеток. Видел, как щеголято треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны, как гнездом на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув. Славно, брат, то-то. А ни сыро, не холодно. А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал: Ну, будет, идем. У калитки сада он остановился, тихо говоря. Хороша у тебя бабушка! О, какая земля! Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко очень внятно. Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, За чужую совесть не прятался. Ты, брат, запомни это очень. И, подталкивая меня вперед, спросил, Писать умеешь? Нет, научись а научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится. Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел. Садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь. Раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом. О, роза Сарона, это чего ты делаешь? Одну штуку, брат. Какую? А вишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял? Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь? Дедушка? Mm -hmm. Ну, это он, пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда. А чем за хлеб платить? Да, брат, за хлеб надо платить, верно. Видишь, и за говядину тоже. И за говядину. Он тихонько, удивленно, мило смеется, щекочет меня за ухом точно кутенка и говорит. Никак я не могу спорить с тобой. Забиваешь ты, брат, меня. Давай лучше помолчим. Иногда он прерывал рядом со мною, и мы долго смотрели в окно. Как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его. Хорошее дело говорить тихонько. Кошки горды недоверчивые, Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упав, и, обитившись, сердито бормочет, вытянув шею. — Важен генерал, а не очень умный. Идет нему клюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медные пуговицы на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. Точно медаль получил, любуется. Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня, и в одних горьких обид – и в часы радостей. Молчаливый он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком: Не болтай, бесовая мельница! Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимал чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь. Но ну, это, брат, не так. Это ты сам выдумал. И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня. Видел все лишнее, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. ⁇ Врешь, брат! ⁇ я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее. Но он, послушав немножко, отрицательно качал головою. — Ну, врешь, брат. — А почему ты знаешь? — Уж я, брат, вижу. Часто, отправляясь на Синую площадь за водой, бабушка брала меня с собою. И однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, свалили его на землю и рвут точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне «Беги прочь!». Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями. А она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам – вступились и еще какие-то люди. Мещане убежали. Бабушка стала мыть избитого. Лицо у него было растоптано. Я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю. И выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушки, на грудь ей. Она тоже кричала, тряслась вся. Когда я придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго. А потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно. Прекрасно! Именно так и было все. Очень хорошо. Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить. Но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил. — Довольно, больше не надо. Ты уж, брат, все сказал, что надо, понимаешь? Все. Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя действительно, я все сказал. Ты, брат, на этих случаях не останавливайся. Это нехорошо запоминать, — сказал он. Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, не он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал. Это ерунда, такая сил не сила, настоящая сила, в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильней. Понял? В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание. К словам нахлебника, всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно уметь взять. Я не понял ничего, но невольно запоминал такие подобные слова. Именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное. Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не лазала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека. У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне, — объяснял он, — но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно на хлебнику, неверно и обидно. — По что ты торчишь у него? — сердит, — спрашивала бабушка. — Гляди, научит он тебя чему-нибудь. А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относится к нему в доме. «Бабушка тебя боится. Она говорит, чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный. Он дергал головою, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах. — Я, брат, вижу уж, — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а? — Да, грустно, брат. Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе сарон. Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю. Зачем? Он пристально посмотрел на меня, говоря. Разве ты не знаешь? Конт нужна для твоей матери. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Хорошее дело, потянул меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько. — Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь. Да не сказал мне. — Это нехорошо, — подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. — Послушай-ка, — почти шептом говорил он, улыбаясь, — ты помнишь, я тебе сказал, не ходи ко мне. Я кивнул головой обиделся ты на меня, да? Да. А я, брат, не хотел тебя обидеть. Я, видишь ли, знал, если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя. Так? Было так? Ты понял, почему я сказал это? Он говорил, словно маленький, одних лет со мною, а я страшно обрадовался его словам. Мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал. Это я давно понял. Ну вот, так-то, брат. Вот это самое, голубчик. У меня нестерпимо заныло сердце. Отчего они не любят тебя? Никто! Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув. Чужой, понимаешь? Вот за это самое нет такой. Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. Не сердись, повторил он и шепотом на ухо добавил: плакать тоже не надо. А у самого тоже слезы текут из под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавший колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» кричала она, натыкаясь на меня. Вы зачем прогнали его? А ты поговори. Дураки вы все, сказал я. Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича. Да ты ошелел, пострел. Не ты, а все другие дураки, поправился я, но это ее не успокоило. За ужином дед говорил. Ну, слава богу, а то бывал, как увижу его нож в сердце. Ох, натобно выгнать! Я со зла ложку и снова потерпел. Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной стране. Лучших людей ее. Глава девятая. В детстве я представляю себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дума жизни. Щедро обогащают душу мою, кто чем мог. Честно, мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание все-таки мед. После отъезда хорошего дела со мной подружился дядя Петр. Он был похож на деда такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его. Он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, все из тонких кожаных жгутиков. Между ними прыгали точно чужие в клетке смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка велась кольцами — он курил трубку. Дым ее одного цвета с волосами тоже завивался, и речь его была кудрява и забилую прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает над всеми. В начале годов повелел мне барня графинь Татьяна Светлексевна «Будь кузнецом!» А спустя некоторое время приказывает, помогай садовнику. Ладно, только как мужика не положь, все нехорош. В другое время она говорит, тебе, Петруша, рыбу ловить. А для меня все едино, я и рыбу. Однако только я пристрастился, прощай рыб, спасибо. А мне в город ехать в извозчики. на оброк. Ну что ж, в извозчике. А еще как? А еще уж ничего не поспели мы с барней переменить. Подошла воля и осталась при лошади. Теперь она у меня за графиню ходит. Была она старенькая. И точно ее, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр. Начал, да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она из тряпок шита костлявая голова с мутными глазами, печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой. Дед сказал ему однажды, «Ты что, скота, христианским именем зовешь?» «Никак, Василь Васильев, никак, почтенный» христианского такого имени нет, Танька, а есть Татьяна. Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания. Они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее. Осуждали один другого строже древних грешников. Особенно же доставалось Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический. Дедушка говорил с беззаконовахом, неправдовахом. А дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконоваша, неправдоваша». «Ин дел по-моему, ин по-твоему», — горячился дед Багровея и дразнил. «Ваша, шиша!» Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал. «А чем лучше хом твои, нисколько они Богу не лучше. Бог от, может, молитву слушая, думает, молись как хочешь, а цена тебе — грош. — Уйди, Алексей! — яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами. Петр очень любил чистоту, порядок. Идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, откидывал и упрекал вдогонку. — лишняя вещь, а мешаешь. Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порой глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник. — Ты что, дядь Петр? — Отойди, — говорил он глухо и строго. В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой. По праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасенником бог хорошего дела. Дробь не пробила кожной куртки, но несколько штук очутились в кармане ее. Я помню, как внимательно на хлебник рассматривал сквозь очки сизой дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни. — Не стоит. Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушки. Дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то. И вот каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр, если бы дома, поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз с большим козырьком и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпитив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка. Пройдет, воротится назад и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот. Из окна смотрит синее лицо военного, над ним белокурая голова его жены. Со двора Бетлинга тоже вышли какие-то люди. Только серый мертвый дом Овсянникова не показывает никого. Иногда дядя Петр гуляет без успеха. Охотник, видимо, не признает его дичью, достойный выстрела. Но порою двуствольное ружье бухает раз за разом. Бух-бух! Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и очень довольный говорит. В полу хлестнул». Однажды дробь попала ему в плечо и шею. Бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра. — Что ты ему диком потакаешь? А ну, он глаз тебе выбьет. — Не, никак, как Акулина Ивановна, — пренебрежительно тянул Петр. — Он стрелок никакой. Да ты-то пошта балуешь его. Я разве балую? Мне охот подразнить барина. И, разглядывая на ладони извлеченные дробины, он говорил. Никакой стрелец. А вот у барни графинь Татьяны Алексеевны состоял временно в супружеской должности, она мужьев менял вроде бы лакеев, так состоял при ней, говорю, мамонт Ильич, Военный человек. Ну, он правильно стрелял. Он, бабушка, пулями не иначе. Поставит игнашку дурачка задалеко, шагов, может, за сорок, а на поезд дураку бутылку привяжет, так, что она у него промеж ног висит, а игнашк ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонт лично ведет пистолет, бац! Хряснула бутылка. Только единого овод, что ли, Игнашку укусил. Дернулся он, а пули ему в коленку, в самую в чашечку. Позвали лекаря, сейчас он ногу жил, готово, схоронили ее. А дурачок? Он? Ничего, дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказанный дьяк и повыдчик, коли дурак, так не обидчик. Бабушку эдакие рассказы не удивляли. Она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал у Петра. — А до смерти убить может барин? — А чего не мочь? — Может. Они даже друг друга бьют. К Татьяне Алексеевне приехал Улан, Повздурили они с мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там около пруда на дорожке, улан этот, бац мамонту, в самую печень. Мамонта на погост, улан на Кавказ. Вот те и вся недолго. Это они сами себя, а про мужиков и прочих тут уж нечего говорить. Теперь им поди особо не жаль людей-то. Не ихние стали люди. Ну, а прежде все-таки жалели. Свое добро. Ну, и тогда не больно жалели, говорит бабушка. Дядя Петр соглашается. И это, верно, свое добро, да дешевое. Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз. Но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще привозил мне из города солдовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько. — Как жить будем, сударик? В солдат пойдешь, а в чиновники? — Солдаты? — Это хорошо. Теперь и солдат не трудно стало. В попы тоже хорошо. Покрикивай себе, Господи помилуй, да и вся недолга. долга. Папу даже легче, чем солдату, а еще того легче рыбаку. Ему вовсе никакой науки не надо, была бы привычка. Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, головли, лещи. — Вот ты сердишься, когда тебя дедушка выскит. утешительно говорил он. — сердит, тут, сударик, никак не надобно. Это тебя для науки секут, и это сечение детское. А вот госпожа моя Татьяна Алексеевна, ну, она секла знаменита. У нее для того нарочный человек был, Христофором звали. Такой мастак в деле своем, что его бывал соседи из других усадеб, к себе просят у барни графини. Отпустить, сударня Татьяна Алексеевна Христофора, дворню посечь. И отпускала. Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета сидела на крылечке с колоннами в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков. И был сударик Христофор этот, хаша Рязанский, ну, вроде цыгана, али хохла, усы у него душей, а рожь синяя бороду брил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывал в кухне, нальет воды в чашку, поймает муху, а то таракан, жука какого, и топит их прутиком, долго топит. А то собственную серую изымит из-за шиферта, Ее топит. Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне. Я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим. В каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось. И я просил извозчика, расскажи другое. Он собирал все свои морщины к рту, потом поднимал их до глаз и соглашался. Ладно, жадный, другое. Вот был у нас повар. У кого? У графинь Татьяны Алексеевны. Зачем ты ее зовешь, Татьян? Разве она мужчина? Он смеялся тоненько. Конечно, барня она. Однако были у ней усики. Черненькие. Она из черных немцев родом. Это народ вроде арабов. Так вот, повар, этот сударик, будет смешная история. Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку, и его заставили съесть ее всю сразу. Он съел и захворал. Я сердился. Это вовсе не смешно. А что смешно? Ну-ка, скажи. И не знаю, «Тогда молчи!» Он снова плел скучную паутину. Иногда по праздникам приходили в гости братья. Печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный и всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидали на дворе Бетлинга барина в меховом зеленом сюртуке. Сидя на куче дров у стены, он играл со щенками. Его маленькая, лысая, желтая голова была не покрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составился остроумный план кражи. Братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетлинга, я испугаю барина, а когда он в испуге убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка. Как испугать? Один из братьев предложил и поплю ему на высину. Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже. И, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу. Был великий шум и скандал. На двор к нам прибежала из дома Бетлинга целая армия мужчин и женщин. Ее вел молодой, красивый офицер. И так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетлингового дома. Когда я побитый лежал в кухне на палатях, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр. — Это ты ловко, — удумал сударик, — шептал он. — Так ему и надо, старому козлу, так его, плюй на них, еще бы камнем погнило это башке. Предо мной стояло круглое, безволосое ребячье лицо барина. Я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками. Мне было нестерпимо стыдно. Я ненавидел братьев. Но все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика. Оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сек меня. Уйди! закричал я, сталкивая Петра руками и ногами. Он захихитал, замигал и слез с палати. С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним. Я стал избегать его и в то же время начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая. Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова. Мне казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок. В доме Бетлинга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом. — Иритики, безбожники! — говорил он о всех его жителях. А женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно. Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение. Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми. На серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых. Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, Волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик с баками и кривым носом выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь. Узкогрудой на тонких ногах она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может. Заколдован. Почти каждый день на дворе от полудня до вечера играли трое мальчиков, одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту. Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры. Нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал, они смеялись, как всегда смеются над упавшим но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колено, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил «Вот ус неуклюзный». Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им. Они остановились там, где застал их свист. Потом сошлись, не торопясь, и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять меня камнями. Спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево. Но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно. Однако мне не захотелось начать войну первым, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна. «Дети, марш домой!» Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси. Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними. А они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся. Тогда они все трое смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, сконфуженный, спускался на землю. Однажды они начали игру в прятки. Очередь искать выпала среднему. Он встал в угол за амбаром и стоял, честно закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его бежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошивни под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя. «Раз!» — кричал старший. «Два!» Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла. Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича «Упал в колодец!». Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной. Вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку. А тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью. Он сказал «Тихонько, пожалуйста». Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган. С пальцев правой руки его капала кровь. Щека тоже сильно сажена. Был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая. Широко раскрыв глаза, улыбался и тянул. «Как я падал! Ты с ума сосол, вот сто!» сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица. А старший, нахмурясь, говорил. — Идем, все равно не скроешь. — Вас будут бить? — спросил я. Он кивнул головой. Потом сказал, протянув мне руку. — Ты очень быстро прибежал. Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату. — Идем, он простудится. — мы скажем, что он упал, а проколодись не надо. Да, не надо, согласился младший, вздрагивая. Это я упал в лужу, да? Они ушли. Все это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая желтый лист. С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде. Когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково «Иди к нам!». Мы забрались под навес амбара в старые пошивни и, присматриваясь друг к другу, долго беседовали. «Били вас?» — спросил я. «Досталось», — ответил старший. Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня. Было обидно за них. «Зачем ты ловишь птиц?» — спрашивал младший. — Они поют хорошо. — Нет, ты не лови. Пускай лучше они летают, как хотят. — Ну ладно, не буду. — Только ты прежде поймай одну и подари мне. — Тебе какую? — Веселую и в клетке. — Значит, это чиш. — Коска съест, — сказал младший. — И папа не позволит. Старший согласился. — Не позволит. — А мать у вас есть? — Нет, — сказал старший, но средний поправил его. — Есть, только другая, не наша. А нашей нет, она померла. — Другая называется мачеха, — сказал я, старший кивнул головою. — Да. И все трое задумались. Отемнели. По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаково и точно цыплята. А я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им. Еще вернется родная эта. Погодите. Старший пожал плечами. Если умерла, этого не бывает. Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живой водой? Сколько раз смерть была не настоящей, не божья, а от колдунов и колдуний? Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории. Старший сначала все усмехался и говорил тихонько. Это мы знаем, это сказки. Его братья слушали молча маленький плотно сжав губы и надувшись. А средний, опираясь локтем в колено, наклонился ко мне и пригибал брату рукою, закинутой за шею его. Уже сильно завечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами в коричневой длинной, как у папа, одежде и в меховой мохнатой шапке. «Это кто такое?» — спросил он, указывая на меня пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головою на деда в дом. Он оттуда? Кто его звал? Мальчики все сразу молча вылезли из пошвыней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей. Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам. Мне хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице. А он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал, «Не смей ходить ко мне». Я рассердился. «Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!» Длинной рукой своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая точно молотком, колотя по голове моей. Твой дед дома? На мое горе дед оказался дома. Он встал перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые, круглые, как семишники. Мать у него в отъезде. Я человек занятый, глядеть за ним некому. Уж вы простить, полковник. Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. А меня через некоторое время выбросила на двор в телегу дяди Петра. Опять нарвался сударик? Спрашивал он, распрягая лошадь. За что бит? Когда я рассказал ему за что, он вспыхнул и зашипел. А ты что, подружился с ними? Они борчуки змееныши, Вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй! Чего глядеть? Он шипел долго, обозленный побоями. Я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напоминало мне, что мальчиков тоже побьют и что они передо мной не повинны. — Их бить не нужно, они хорошие, а ты врешь все, — сказал я. Он поглядел на меня и неожиданно крикнул. — Пошел прочь с телеги! — Дурак ты! — крикнул я, соскочив на землю. Он стал бегать за мной по двору, безуспешно пытаясь поймать. Бегал и неестественно кричал. «Дурак я! Вру я! Как я ж тебя!» На крыльцо кухни вышла бабушка. Я сунулся к ней, а он начал жаловаться. «Никакого в житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня по матушке и всяко, и вралем. Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления. Потерялся и в эту минуту. Но бабушка твердо сказала. — Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь. Зазорно он тебя не ругал. Дедушка поверил бы извозчику. С того дня у нас возникла молчаливая злая война. Он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошки и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая. А мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать. Вообще старался по мере силы разумения не оставаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном, на сношениях с Барчуками. Ловил и шел ябедничать к деду. Знакомство с Барчуками продолжалось. Становилось все приятнее для меня — в маленьком закоулке между стеной дедового дома и забором Овсянникова росли вяз, липа и густой куст бузины. Под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие. Братья поочередно или подвое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох. Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально. Говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце. По крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку, я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей. Я много рассказывал им про бабушку. Старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко, «Бабушки должно быть все очень хорошие. У нас тоже хорошая была». Он так часто и грустно говорил. Было, была, бывало. Точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы. И весь он тонкий, хрупкий, а глаза очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним. Всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне. Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр и разгонял нас тягучим возгласом. «Опять!» Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы. Обычно он отворял ворота, не торопясь, петли их визжали длительно и лениво. Если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охой от боли. Его немой племянник уехал в деревню жениться. Петр жил один над конюшней в низенькой конуре с крошечным окном, полный густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака. Из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду. — Гляди, сажжешь ты меня, Петр! — Никак будь покоен. Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, — отвечал он, глядя в сторону. Он теперь вообще смотрел все как-то в бок и давно перестал посещать бабушкин вечера. Не угощал вареньем, лицо его сохлось, морщины стали глубже, и ходил он, качаясь, загребая ногами, как больной. Однажды в будний день поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь. Вдруг щекол до калитки звучно по-особенному щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел... Полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то. А дед торопливо отвечал. — Здесь? Когда? — Дай бог память. И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул. — Господи помилуй! Неужто? — Тише! — строго сказал полицейский. Дед оглянулся, увидал меня. — Прибери лопаты и да ступай домой. — я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика. Полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря. — Он, понимаешь, лошадь бросил, а сам скрылся вот. Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал. Она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою. Выслушав меня, она спокойно сказала. Украл, видно, чего-нибудь. Иди гуляй, что тебе? Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала. — Я сказал, пошел домой! — крикнул он мне, притопнув. И сам пошел за мною, а, войдя в кухню, позвал. Пойдь Подь-ка сюда, мать! Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное. — Ты ведь чего испугалась? — Молчи, знай, — тихонько ответила она. Весь день в доме было нехорошо, боязно. Дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами — которые еще более сгущали тревогу. — Ты, мать, зажги-ка лампадки везде! — приказывал дед, покашливая. Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то. Дед устал, надувал щеки, крякал и ворчал. — Силен дьявол против человека! — ведь вот и благости в будто, и церковника, а? На коты, а? Бабушка вздыхала. Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойней, тяжелее. Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый. Он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь. А когда бабушка спрашивала его, как же это дознались, он отвечал не сразу и густо. — У нас до всего дознаются. Не беспокойтесь. Помню, я сидел у окна, и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея. Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога «Глядите, что у вас на задах-то!» Увидав будушника, она снова метнулась в сене, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал. — Постой! Кто такая? Чего глядеть? Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами. — Иду коров доить да, вижу, что это у коширенных в саду, вроде сапога. Тут яростно закричал дед, топой ногами. «Врешь, дура! Не могла от ничего в саду видеть! Забор высокий, щелей в нем нет! Врешь! Ничего у нас нет!» «Батюшка!» — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другую держась за голову. «Верно, батюшка, вру ведь я!» Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте. Я через забор заглянула, и вижу, лежит он. Кто? Этот крик длился страшно долго, и ничто нельзя было понять в нем. Но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад. Там в яме, мягко высланный снегом, лежал дядя Петр прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот. Из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки. Я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрючены темные пальцы правой руки. Левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светил. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова, непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то в аллея. Дед кричал «Не топчите следов!» Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому. — А ты зря орешь, служивый, здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, эх вы! И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь. Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии. «Соседи, что же это вы малинник-то ломаете? Как же несовестно вам!» Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом. «Что он сделал?» — спросил я, а она ответила, — Аль не видишь. Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди. Командовала полиция, человек, похожий на дьяка, написал что-то и спрашивал, крякивая точно утка, — Как? Как? Бабушка в кухне угощала всех чаем. За столом сидел круглый человек, ребой усатый и скрипучим голосом рассказывал. Настоящее имя прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Евакьмы. А не мой, вовсе не не мой, и во всем признался. И третий признался. Тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно. Это главное их мастерство. О, Господи! Вздыхал Петровна красное и мокрое. Я лежал на палатях, глядя вниз. Все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными. Глава десятая Однажды в субботу рано утром я ушел в огород Петровны ловить снегей. Ловил долго, но красногрудые важные птицы не шли в западню. Подразнивая своей красотой, они забавно расхаживали по серебракованному насту, взлетали на сучи кустарника, тепло одетые и ним, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватой искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду. Охотник я был не очень страстный процесс нравился мне всегда больше, чем результат. Я любил смотреть, как живут печушки, и думать о них. Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет, улетая колокольчик проезжей тройки. Грустный жаворонок русской зимы. Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западние клетки, перелез через забор в деда в сад и пошел домой. Ворота на улицу были открыты. Огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряженных в большие крытые сани. Лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, у меня дрогнуло сердце. — Кого привез? Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал «Папа!». Но это меня не касалось. Если поп, то, наверное, к постояльцам. «Эх, курочки!» — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем. Лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота — но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери ее отчетливые слова. — Что же теперь? Убить меня надо? Не раздеваясь, бросив клетки, я вскочил в сени, наткнулся на деда. Он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло. «Мать приехала!» Ступай! Постой! Качнул меня так, что я едва устоял на ногах и толкнул к двери в комнату. Иди, иди! Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой, долго не мог найти скобу, шаре дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный. — Вот он! — говорила мать. — Господи, какой большущий! Что, не узнаешь? Как вы его одеваете? Ну уж, да у него уши белые. Мама, ожидайте гусиного сала скорей. Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мной, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня точно мяч. Ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чепан. Его застегивали большие черные пуговицы от плеча и наискось до подола. Никогда я не видел такого платья. Лицо ее мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, ее малиновые губы брезгливо кривились, и все звучал командующий голос. — Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка! Потом она растирала мне уши гусиным салом. Было больно, но от нее исходил освежающий вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевшие от волнения. И сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки. — Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится. Эх, Варя, Варя! Ну, не нойте, мамаша, обойдется. В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое. Я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжелой теплой рукой, она говорила, «Остричь нужно, и в школу пора. Учиться хочешь? Я уже выучился. Еще немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а? И смеялась густым, греющим смехом, играя мною. Вошел дед, серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами. Она отстранила меня движением руки, громко спросила. — Ну что же, папаша, уезжать? Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле. Долго молчал, все вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда, в минуты таких напряжений у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть. Алексей, поди вон, глух сказал дед. Зачем? Спросила мать, снова привлекая меня к себе. «Никуда ты не поедешь. Запрещаю». Мать встала, поплыла по комнате точно заревое облако. Остановилась за спиной деда. «Папаша, послушайте». Он обернулся к ней, взвизгнув. «Молчи!» «Ну, а кричать на меня я вам не позволю», — тихо сказала мать. Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем. «Варвара!» а дед сел на стул, забормотал. — Постой! Я кто, а? Как это? И вдруг взревел не своим голосом. — Опозорила ты меня, Варька! — Уйди, — приказал мне бабушка. Я ушел в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то говорили все сразу, перебивая друг друга, то молчали словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то. Но нельзя было понять, за что сердится дедушка. За то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка. Потом он вошел в кухню, встрепанный, багровый и усталый. За ним бабушка, отирая полою кофты слезы со щек. Он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы. Она опустилась на колени перед ним, тихонько, но жарко говоря. — Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого. Женщина, гляди, какая! Ну, прости, ведь никто не праведен. Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и, и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая. — Ну да, еще бы! А как же? Ты кого не простишь? Ты всех простишь? Ну да, эх, вы! Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро. — А Господь, небось, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает. Последние дни наши, они ни покой, ни радости нет, и не быть. И помяни ты мое слово, еще нищими подохнем, нищими. Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась. Эх, беда, чего испугался, нищими, ну и нищими. Ты знай, сиди себе дома, а померт я пойду. Небось, мне подадут, сыты будем. Ты брось ко все. Он вдруг усмехнулся, повернул шею точно козел и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывающий. Эх, дура, блаженная ты дура, последний мне человек. Ничего тебе, дура, не жалко, ничего ты не понимаешь. Ты бы вспомнила, али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, но хоть бы теперь, хоть немножко бы... Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них. И от того, что мать приехала, и от того, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне. Ах ты, бесеныш, ты тоже тут. Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь. Дедушку старого черта злого прочь теперь, а? бабушку то по баловницу прочь. Эх вы! Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито. Отходят все, все в сторону норовят все в рось идет. Ну, зови ее, что ли, скорее уж. Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол. Все милостивы, Господи! Ну вот, видишь, вот! И крепко гулко ударил себя кулаком в грудь. Мне это не понравилось. Мне вообще не нравилось, как он говорит с Богом, всегда будто хвастаясь перед ним. Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стала светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка по бокам ее. Широкие рукава ее платья лежали у них на плечах. Она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее, молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она мать их, Уставший от волнения, я крепко заснул на палатях. Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всеночной. Бабушка весело подмигнула на деда в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках на выпуск. Подмигнула и сказала матери, — Ты гляди, каков отец-то, козленок чистенький. Мать весело засмеялась. Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою. — Иди ко мне. — Ну, как ты живешь? — Плохо, а? — Как я жил? — Не знаю. — Дедушка бьет? — Теперь не очень уж. — Да, ты расскажи мне, что хочешь. — Ну? рассказывать о дедушке не хотелось. Я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала «Ну, а еще что?». Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, она обняла меня крепко. Экая дрянь! Я замолчал, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил, за что дед сердился на тебя? Я перед ним виновата. А ты бы привезла ему ребенка-то? Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и захохотала, тиская меня. Ах ты чудовище! Ты молчи об этом, слышишь? Молчи, не думай даже долго говорила что-то тихо, строго и непонятно. Потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями. На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча. Грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада. Ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, Точно искала чего-то на голых стенах, на потолке. Ты когда ложишься спать? Немножко погодя. Впрочем, ты днем спал, вспомнила она и вздохнула. Я спросил, ты уйти хочешь? Куда же? Удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо. Так долго, что у меня слезы выступили на глазах. Ты что это? Шею больно. Было больно и сердцу. Я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме. Уйдет. Ты будешь похож на отца, сказала она, откидывая ногами половики в сторону. Бабушка рассказывала тебе про него. Да, она очень любила Максима. Очень. И он ей тоже. Я знаю. Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав. Так лучше. Да, так свежие и чище. Перестали возиться темные грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна. Золотые искры загорелись на стеклах окна. А где ты жила? Словно вспоминая давно забытое. Она назвала несколько городов, и все кружилось по комнате бесшумно, как ястреб. — А где ты взяла такое платье? — Сама сшила. Я все себе делаю сама. Было приятно, что она ни на кого не похожа. Но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит. Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу. До поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые. Ужинали празднично, чинно говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон. Вскоре мать начала энергично учить меня гражданской грамоте. Купила книжки, и по одной из них родному слову я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати. Но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения. Стихи говорили «Большая дорога, прямая дорога, Простора немало берешь ты у Бога, Тебя не равняли топор и лопата, Мягка ты копыту и пылью богата. Я читал простого вместо простора, Рубили вместо равняли, Копыта вместо копыту. — Ну подумай, — внушала мать, — Чего простого? Чудовище! простора, понимаешь? Я понимал и все-таки читал простого, сам себе удивляясь. Она говорила, сердясь, что я без толков и упрям. Это было горько слушать. Я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал со зла нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова. Мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Но эта забава не прошла даром. Однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я помимо воли забормотал. Дорога, дворога, творог, недорога, копыта, попыта, корыта. Опомнился я поздно. Мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила раздельно. — Это что такое? — Не знаю, — сказал я, обомлев. — Нет, все-таки. — Это так. — Что так? Смешно. Поди в угол. Зачем? Она тихо, но грозно повторила. В угол. В какой? Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая, чего ей надо. В углу под образами торчал круглый столик, на нем ваза с пахучими сухими травами и цветами. В другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром. Задний угол был занят кроватью, а четвертого не было. Косяк двери стоял вплоть к стене. — Я не знаю, чего тебе надо, — сказал я, отчаявшись понять ее. Она опустилась, помолчала, потирая лоб и щеки, потом спросила. — Тебя дедушка оставил в угол? — Когда? — «Вообще когда-нибудь!» — крикнула она, ударив дважды ладонью по столу. «Нет, не помню. Ты знаешь, что это наказание — стоять в углу!» «Нет, почему наказание?» Она вздохнула. «Фу, поди сюда!» Я подошел, спросив ее. «Зачем ты кричишь на меня?» «А ты зачем нарочно перевираешь стихи?» как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если будут читать, подвернутся другие слова. — Ты не притворяешься? Я ответил, — Нет, но тотчас подумал, — А может быть, притворяюсь? И вдруг, не спеша, прочитал стихи совершенно правильно. Это меня удивило и уничтожило. Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели, и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо, сжались губы, сдвинулись брови. — Как же это? — спросила она чужим голосом. — Значит, притворялся? — Не знаю, я не хотел. Трудно с тобой, сказала она, опуская голову. Ступай. Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти роковые строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова. Это удавалось мне легко. Ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательные книжные. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение, кажется, Вяземского. И вечерний, и ранний порою много старцев и вдов и сирот Христа ради на помощь зовет. А третью строку под окошками ходят с умою. Я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду. Он зловеще говорил. «Балует! Память у него есть! Молитву он тверж его знает! Врет! Память у него каменная!» То ли что высечено на ней, так уж крепко. Ты выпари его! Бабушка тоже уличала меня. Сказки помнит, песни помнит, а песни не те лишь же стихи. Все это было верно. Я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи, откуда-то сами собой являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки. Как у наших у ворот много старцев и сирот. Ходят, ноют, хлеба просят, наберут, Петровне носят, для коров ей продают, и во враги водку пьют. Ночью, лежа с бабушкой на палатях, я надоедно твердил ей все, что помнил из книг, и все, что сочинял сам. Иногда она хохотала, но чаще журила меня. Ведь вот, знаешь ты, Можешь, а над нищими не надо смеяться. Господь с ними. Христос был нищий, и все святые тоже. Я бормотал. Не люблю нищих, и дедушку тоже. Как тут быть? Прости меня, Боже, дед всегда ищет, за что меня бить. Что ты говоришь, Отсохни твой язык? сердилась бабушка. Да как услышь, дед, эти твои слова? Пускай. Напрасно ты озорничаешь, да сердишь мать. Ей без тебя не больно хорошо. Задумчиво и ласково уговаривала бабушка. Отчего ей нехорошо? Молчи, знай, не понять тебе. Я знаю, это дедушка ее. Молчи, говорю. Мне жилось плохо. Я испытывал чувство, близкое отчаянию. Но почему-то мне хотелось скрыть его. Я бойчился, озорничал. Уроки матери становились все обильнее, непонятней. Я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда. Она все более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами. Она подволгу молча сидела у окна в сад и как-то выцвела вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна. Она целыми днями ходила не в измятом платье, не застегнув кофту. Это ее портило и обижало меня. Она всегда должна быть красивой, строгой, чисто одетая, лучше всех. Во время уроков она смотрела углубленными глазами через меня, в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и все чаще сердилась, кричала. Это тоже обидно. Мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках. Иногда я спрашивал ее, тебе нехорошо с нами? Она сердито открикалась, делай свое дело. Я видел также, что дед готовит что-то, пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятные мне деревянная дудка кривобокого пастука Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом. «Этого не будет! Нет!» И хлопнула дверь, а дед завыл. Это было вечером. Бабушка сидела в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись. К постояльцам ушла. О, Господи! Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил ее по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку. Не болтай, чего не надо, ведьма! Старый ты дурак, спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. Буду я молчать, как же? Всегда все, что узнаю про затеи твои, скажу ей. Он бросился на нее и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки. Не защищаясь, не отталкивая его, она говорила, ну бей, бей, дурачок, ну на, бей. Я с палатей стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги из печи, но разъяренный дед не замечал этого. Бабушка же свалилась на пол, он бил голову ее ногами наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Скочил, отплевываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе на чердак. Бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с палатей, она сказала мне сердито, «Подбери подушки и все, да поклади на печь». Подумал тоже подушками швырять. Твое это дело. И тот старый бес разошелся. Дурак. Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня. Взгляни-ка, чего это больно тут? Я разобрал ее тяжелые волосы. Оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька. Я вытащил ее. Нашел другую. У меня они мели пальцы. Я лучше мать позову, боюсь. Она замахала рукой. — А что ты? Я тебя позову. Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты на -ка. Пошел он прочь. И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой черной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи еще две толстые изогнутые шпильки. Больно тебе? Ничего, ну, завтра баню топить буду, вымоюсь, пройдет. И стал просить меня ласково. А ты, голуб душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь? Нет. Ну, помни же, давай-ка уберем тут все. Лицо-то не разбито у меня. Ну ладно, стал быть, все же открыто. Она начала подтирать пол, а я сказал от души. Ты ровно святая, мучают, мучают тебя, а тебе ничего. Что глупости мелешь, святая, нашел где? Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках. А я сидел на приступке, придумывал, как бы отомстить деду за нее. Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною в сумраке пылало ее красное лицо, развивались рыжие волосы, в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести. Но дня через два, войдя зачем-то на черта к нему, я увидал, что он, сидя на полу перед открытой укладкой, разбирают в ней бумаги. А на стуле лежат его любимые святцы – двенадцать листов толстой серой бумаги, разделенных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мной и я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них – Кирика и Улиты, Варвары-Великомученицы, Пантелеймона и еще многих. Мне особенно нравилось грустное житие Алексея Божия Человека и прекрасные стихи о нем. Их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики. Но теперь я решил изрезать эти свяции, и когда дед отошел к окошку, читая синюю с орлами бумагу, я схватил несколько листов, быстро разбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на палате, принялся отстригать святым головы обезглавил один ряд и стал жалко в Тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты. Но не успел искрошить второй ряд, явился дедушка, встал на приступок и спросил, «Тебе кто позволил святцы взять?» Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол. ⁇ Что ты сделал? ⁇⁇ крикнул он наконец, и за ногу дернул меня к себе. Я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаками ее, меня и визжал. «Убью!» — явилась мать. Я очутился в углу около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие перед ее лицом. «Что за безобразие? Опомнитесь!» Дед повалился на скамью под окно, завывая, убили! Все, все против меня! Как вам не стыдно! Глухо звучал голос матери. «Что вы все притворяетесь?» Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты. Мне тоже показалось, что ему стыдно матери, что он действительно притворяется, от того и закрыл глаза наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее, — говорила мать, разглядывая обрезки и листы. — Видите, измято все, слежалось, рассыпается. Она говорила с ним, как со мною, когда я во время уроков не понимал чего-нибудь. И вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал. — Сегодня же и наклей. Я тебе сейчас остальные листы принесу. Пошел к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем. — А его надо сечь. — Следует, — согласилась мать, наклоняясь ко мне. — Зачем ты сделал это? — Я нарочно. Пусть он не бьет бабушку, а то я ему еще и бороду отстригу. Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою. Помолчал, как обещано было, и плюнула на пол. Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить. Мать поглядела на нее, прошлась по кухне, снова подошла ко мне. Когда он ее бил? А ты, Варвара, постыдилась бы. Чай спрашивать об этом. Твое ли дело? Сердит, сказала бабушка. Мать обняла ее. Эх, мамаша, милая вы моя. Вот те и мамаша, отойди-ка. Они поглядели друг на друга и замолчали. Разошлись. В сенях топал дед. В первые же дни по приезде Мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетлинга, красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось. Не однажды, сидя в кухне за ужином, он грозил ложкой и ворчал. — Окаянные! Опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут! Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру. А когда они уехали, привез откуда-то два воза разной мебели, расставил их в передних комнатах и запер большим висячим замком. — Не надо на нам постояльцев. Я сам гостей принимать буду. И вот по праздникам стали являться гости. Приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая, крикливая прачка в шелковом полосатом платье и золотистой головке. С нею сыновья. Василий, чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое. Пестрый Виктор с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками. Еще в синях, снимая галоши, он напевал пескляво, точно петрушка. Андрей папа, Андрей папа. Это очень удивляло и пугало меня. Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову на бок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально, говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова. «Не утруждайтесь, все равно -с. Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны. По улице от Острога на площадь ехала окруженная солдатами и народом черная высокая телега, и на ней на скамье сидел небольшой человек в суконной круглой шапке в цепях. На грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами. Человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру «Вот мой сын», я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки. — Не утруждайтесь, — сказал он, страшно передвинул весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя. — Ничего, мальчик, — крепкий. Я забрался в угол в кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать. Дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского. Забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало. Если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы. Казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им плавный круг, гладил толстые масляные губы. Все это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним. Пили чай с ромом, он имел запах жженых луковых перьев. Пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, потели, отдуваясь, и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть. Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно назойливо подпевая. Эх, пожили, как умели, на весь город нашумели, барыни из Казани все подробно рассказали. Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила, ты бы, я другой что играл, верную бы песню, а? Помнишь, мотре, какие бывало песни-то пели? Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила. Нынче, матушка, другая молодая. Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова. Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось. Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Василием. Он вздыхал, говоря, «Да, над этим надо думать». А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пескляво пел «Андрей-папа, Андрей-папа». Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла «Это он из театра взял это там поют. Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой. Потом часовых дел мастер явился днем воскресенья, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером. Неожиданно и быстро приоткрылась дверь. Бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув. Варя пришел. Мать не пошевелилась, не дрогнула. А дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно. — Одевайся, Варвара, иди. Не вставая, не глядя на него, мать спросила. — Куда? — Иди с Богом, не спорь. Человек он спокойный, в своем деле мастер, и Алексею хороший отец. Дед говорил необычайно важно, и все гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину. Точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них. Мать спокойно перебила. Я вам говорю, что этому не бывать. Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ощетинившись, и захрипел иди, а то поведу за косы. «Поведете — Поведете? — спросила мать, вставая. Лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду. — Видите? Он оскалил зубы, грозя и кулаком. — Варвара, одевайся! Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери. — Ну, идемте. — Прокляну, — шепотом сказал дед. — Не боюсь. «Ну — Ну? Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал. — Варвара, дьявол, погибнешь, не срами и тихонько жалобно заныл. «Мать! Мать!» Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу. Она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы. «Варька, дура, что ты? Пошла, бесстыдница!» Втолкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и, наклоняясь к деду одной рукой, поднимая его, другой грозя. «У, старый бес, бестолковый!» Посадил его на диван, он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой. Бабушка крикнула матери. «Оденься ты!» Поднимаясь с пола платья, мать сказала. «Я не пойду к нему. Слышите?» Бабушка столкнула меня с дивана. «Принеси ковш воды, скорей!» — говорила она тихо, почти шепотом, спокойно и властно. Я выбежал в сене, в передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос. — Завтра уеду! Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне. Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сене. Из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, гладя рукой меховую шапку и крякая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько. — Сами знаете, насильно, мил, не будешь. Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор. А бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то смеясь. — Что ты? — спросил я, подбежав. Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув. — Это куда ж ты за водой отходил? За дверь! И ушла в комнату матери а я снова в кухню слушать, как они рядом охуют, стонут и ворчат, точно передвигаясь с места на место непосильные тяжести. День был светлый. В два окна сквозь ледяные стекла смотрели косые лучи зимнего солнца. На столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с темно-зеленой дедовой водкой настойный на буквице и зверобои. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах. Искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворешни. На косяках окон в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы. Щебетали веселые ручные чужи, скрипели снегири, заливался щегул но веселые серебряные звонки этот день не радовал, был не нужен и все было не нужно. Мне захотелось выпустить птиц. Я стал снимать клетки, вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь: "А, каянный, раздуй вас горой! Ах, ты дура старая, Акулина!" Вытащила из печи пирог. Постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула. Ну, засох! Вот тебе и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил, буркала сычь, так бы всех вас и перебила, как худые горшки! И заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стукая пальцами по сухим коркам. Большие слезы грузно шлепались на них. В кухню вошли дед с матерью. Она швырнула пирог на стол, так что тарелки подпрыгнули. Вот глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам ни покрышки. Мать веселая и спокойная, обняла ее, уговаривая не огорчаться. Дедушка измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затекшие глаза. — Ладно, ничего, едали и хорошие пироги. Господь скуповат, он за года минутами платит, он процент не признает. — Садись, Кваря. — Ладно. Он был словно безумен. Все время обеда говорил о Боге, о нечестивом Ахаве, о тяжелой доле быть отцом. Бабушка сердито останавливала его. — А ты ешь, знай! — мать шутила, сверкая ясными глазами. — Что, испугался дальше? спросила она, толкнув меня. — Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно. Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что все это они делали серьезно и что им трудно плакать и слезы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, все меньше возбуждали меня, все слабее трогали сердце. Долго спустя я понял, что русские люди по нищете и скудости жизни своей вообще любят забавляться горем, играют им, как дети и редко стыдятся быть несчастными. В бесконечных буднях и горе праздник, и пожар забава, на пустом лице и царапина украшение. Глава одиннадцатая После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. А дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похожий на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу — записки моего отца. Книгу эту он держал в укладе под замком, и не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая в рыжем кожаном переплете на синематом листе перед титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами. Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память. Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал. — Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру, откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу. Он стал говорить с матерью мягче и меньше. Ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь. Ну, ладно, делай, как хочешь. В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов. Штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканы серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелье из цветных камней. Он носил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, Мать любовалась нарядами, а он говорил, — В наши те годы одежь куда красивей да богаче нынешней была. Одежа богаче, а жили проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся. — Ну, примеряй, рядись. Однажды мать ушла ненатолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику. Низко поклонясь деду, она спросила. — Ладно ли, сударь, батюшка? Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон. — Эх, как бы тебе, Варвара, большие деньги! Да хорошие бы около тебя люди. Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы. Петр, мощный и красивый офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами. Тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы. Одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами. «Видите ли, как я думаю?» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала. «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините!» Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал. «Именно же ребенок!» шумно и весело прошли святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась, всегда лучше всех, и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой в атакой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался. Везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок, Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе. — Ну, ладно, хорошо, поглядим, что за дым. После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка. Стала бить его, и по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени. Из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя ответить просто «Пешков». А надо мне сказать «Моя фамилия – Пешков». А также нельзя сказать учителю «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась. Брат же первые дни был очень доволен. Легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне «Не буду!». Разбуженный, он попросился вон из класса. Был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Синой площади, он, остановясь, сказал «Ты иди, а я не пойду, я лучше гулять буду присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться. Не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу. А на третий его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас. Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда. Как же это ты не попадаешь в училище? Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша. Забыл, где оно? Забыл? Да, искал, искал. Ты б за Алексеем шел, он помнит? Я его потерял. Алексея? Да? Это как же? Саш подумал и сказал, вздохнув. Метель была, ничего не видно. Все засмеялись. Погода стояла тихая и ясная. Саш тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы ты бы за руку его держал, за пояс. — Я держал, да меня оторвало ветром, — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству. Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя. Снял другой и бросил в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок охая потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая избежавшего. И только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика. А он лежал со мной на палатах, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку и тихонько говорил. Мачеха меня не любит, Отец тоже не любит, и дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежу вместе. Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой. А для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною. Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. И я тебя не стану убивать. И я тебя тоже. На этом и порешили. Пришла бабушка, влезла на печь, и, заглядывая к нам, начала говорить, что, мышата, эх, Сир ты, осколочки. Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, вотчимов, и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, извела молодая жена, напоила его крепкою брагою, а еще сонным зельем, положила его сонного в дубовый челн, как в отесный гроб. А взяла на весельце кленовое, Сама выгребла посереть озеро, Что на теле на темные омуты на бесстыжие дело ведьмина. Там нагнулась, покачнулась, опрокинула ведьма легок пчел. Муж от якорем на дно пошел, а она поплыла скоро к берегу, доплыла, пал на землю и завыла бабьи жалобы. Стало горе лживое оказывать, Люди добрые ей поверили, с нею вместе горько плакали. Ой же ты, молодая вдова, велико твою горе женская, а и жизнь наша дело Божие, а и смерть нам Богом посылается. Только пасынок Ионушка не поверился и замочить. Положил он ей ручку на сердце, Говорил он ей кротким голосом, Ой, ты, мачеха, судьба моя, Ой, ты, птица ночная хитрая, А не верю я слезам твоим, Больно сердце у тебя бьется радушно. А давай-ка ты спросим Господа все святые силы небесные. Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, да подбросит его в небо чистое. Твоя правда нож меня убьет, моя правда на тебя падет. Поглядела на него мачеха, злым огнем глаза ее вспыхнули. Крепко она встала на ноги, супроти Ионы заспорила. Ах ты, тварь неразумная, недоносок ты выбросок, ты чего это выдумал, да ты как это мог сказать? Смотрят на них люди, слушают, видят они и темные, приуныли все, призадумались. Промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький, Поклонился во все стороны, Молвил слово решенное. «А вы дайте-ка, люди добрые, В правую руку мне булатный нож, Я вас кину его до неба, Пусть падет, чья вина найдет». Дали старцу врученьку острый нож. Взбросил он его над седою головой, Птицею нож полетел в небеса. Ждут, пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь, Шапки поснимали, тесно стоят, Все молчат, да и ночь нема, А нож с высоты все не падает. Вспыхнул на озере алый заря. Мачха зарделась, усмехнулась. Тут он быстрый ласточкой летит к земле, Прямо угодил в сердце мачехи. Встали на колени люди добрые, Господу Богу помолились. Слава тебе, Господи, за правду твою! Старенький рыбак взял Ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке держенцы близ к невидимо града Китежа. На другой день я проснулся весь в красных пятнах. Началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавички, чтобы я не мог царапать лица. Бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время. Это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом раскинув руки, шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра. Из угла, из пыльного сумрака, к ней подвигалась большая кошка жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы. Мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами но у меня отнялись ноги. И месяца три я лежал совершенно не Лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей. Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял, гудел ветер, похоронно пел в трубе. Дребезжали вьюшки, днем каркали вороны — Тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены, ломались хрустальные сосульки. Съезжал с конька крыши подтаявший снег, А звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка. Все чаще и крепче слова ее пахли водкой. Потом она стала приносить с собою большой белый чайник, Прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая, «Ты, голуб душа, деду-то домовому не сказывай!» «Зачем ты пьешь?» «Не ешь к ней!» Вырастешь — узнаешь. Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая. — Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала? — Про отца. — А которое место? Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца — пришла однажды трезвая, печальная и усталая, и говорит, «Видел я во сне отца твоего. Идет, будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Саватеевич снится мне стал, Видно, беспокойно душенька его неприютная. Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость к подчиненным ему. Там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо. Уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. — Маленьких всегда бьют? — спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала. — Всегда. Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный, столер. Приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству но отец убежал от него. Водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика, столер на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда на Ковальхе. — Забор-то невысокий, а люди-то бойкие, — говорил бабушка, посмеиваясь. Вот собираем мы свари малину в саду, а вдруг он, отец твой, в через забор, я индо испугалась, Идет меж яблонь этакой могутной в белой рубахе, В плесвых штанах, обосый, без шапки, на длинных волосях ремешок. Это он свататься привалил. Видал я его и прежде, мимо окон ходил. увижу, подумаю. Экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел. Что это ты, молодец, не путем ходишь? А он на коленке стал. А Кулин, говорит Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой. А вот, Варя, помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим. Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать твоя мошенница, За яблонью спрятавшись, красная вся, Малин малиной, и знаки ему подают, А у самой слезы на глазах. Ах, вы, говорю, пострели вас горой, Да что же это вы затеяли? Да в умель ты, Варвара, да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ка, по себе ты березу ломишь? Дедушка-то наш от упору богач был. Деть-то еще не выделены. Четыре дома у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цех сидел. Гордый он был тогда. Говорю я, как надо а сама дрожу со страху, да и жак мне их. Потемнели оба. Тут отец твой сказал, я где знаю, что Василий Васильев не отдаст тварь добром за меня, так я ее выкруду, только ты помоги нам. Это я, чтобы помогла. Я даже замахнулся на него, а он и не сторонится. Хоть камнем, говорит, бей, а помоги все равно я де не отступлюсь. Тут и Варвара подошла к нему, рук на плечо его положила, да и скажи. Мы, говорит, уже давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно. Я так и покатилась. Батюшки! Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом потом понюхал тапаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув. — Ты этого еще не можешь понять, что значит жениться и что венчаться. Только это страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит. Ты это запомни, да как вырастешь на такие дела, девиц не подбивай, тебе это будет великий грех а девиц станет несчастна, да и дитя беззаконно. Запомни же, гляди, ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не рать баловства. Это я тебе хорошее говорю. Она задумалась, покачиваясь на стуле. Потом, встрепенувшись, снова начала. — Ну, как ж тут быть? Я Максим Полбу, а Варвару Закосу а он мне разумно говорит, боем дел не исправишь, и она тоже. Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после. Спрашиваю его, деньги-то у тебя есть? Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил. Что же это у тебя трешница была? Нет, говорит, около ста целковых. А в те поры деньги были дороги, вещи дешевы. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. Экие ребята, думаю, экие дурачишки. Мать говорит, я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали. Его можно продать. Ну, совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю. А с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, Боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладилось. Только был у отца твоего недруг, Мастер один, лихой человек, И давно он обо всем догадался И приглядывал за нами. Вот обредил я доченьку мою единую, во что пришлось получше. Завела ее за ворота, а за углом тройка ждала. Села она, свистнул Максим. Поехали. Иду я домой во слезах, вдруг встречу мне этот человек. Да и говорит подлец, я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану. Только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей. А у меня денег нет, я их не любила, не копила. Вот я с дуру и скажи ему, нет у меня денег и не дам. Ты, говорит, обещай. Как это обещать? А где я их после-то возьму? Ну, говорит, а ли трудно у богатого мужа украсть? Мне бы дурёхи, поговорить с ним, задержать его, а я плюнул в рожту ему, да и пошла себе. Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже и сейчас вспомнить страшные дела, эти дерзкие. Взревел, дедушка-то, зверь зверем, шутка лет ему. Он, бывал, глядит на Варвару-то, хвастается. За дворянина выдам, за барина. Вот те и дворянин, вот те и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечцы дедушка подворота, как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михайлой, Конопатого этого мастера согласил, Да клейма кучера. Вижу, я кистень он взял, гирь на ремешке, а Михайло ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки тарантас легкие, ну, думаю, догонят. И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыл я нож, до гужито у оглобель и перерезала, а восьмул лопнут дорогой. Так и сделалось. Вывернулась оглобль дорогой-то, чуть не убил дед с Михайлом да Климом. И задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви, варь с Максимом на паперти стоят, обвенчанной, славьте Господи! Пошли было на что боем на Максима, но он здоров был, сила у него была редкая. Михаил с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клим тоже ушиб, а дедушка с Яковом да мастером этим забоялись его. Он и в гневе не терял разума. Говорит дедушке, брось кисти, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо. Отступились они от него. Сел дедушка на дрожке и кричит, Прощай, теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хож живи, хож сдала духи и сдохни. Воротился он, давай меня бить, давай ругать. Я только похряхтываю да помалкиваю. Все пройдет, а чему быть, то останется. После говорит он мне, — Ну, Акулина, гляди же, дочери у тебя больше нет нигде, помни это. Я одно свое думаю, ври больше, рыжий, злоба, что лед, да тепла живет. Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня. Дед изображал мне венчание матери совсем не так. Он был против этого брака. Он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она по его рассказу, не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина истории красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорить о печальном или страшном, то качать сильней, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. Первое время, недели две, и не знала я, где варить с Максимом. А потом прибежал от нее мальчонки, бойкенький, сказал. Подождала я субботой, да будто ко всеночной иду, а сама к ним. Жили они далеко, на Суетницком съезде, во флигерке. Весь двор мастеровщины занят, сорно, грязно, шумно, а они ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурвы чудо да играют. Привезла я им, чего можно было, чаю, сахару, круп разных, варенье, муки, грибов сушеных, деньжонок. Не помню, сколько, потом раскал тихонько у деда. Ведь, коль не для себя, так и украсть можно. Отец-то твой не берет, ничего обижается, Али говорит, мы нищие, И Варвар поет под его дудку, Ах, зачем это мамаша? Я их пожурила, дурачишка, говорю, Я тебе кто? Я тебе, бога данная мать, А тебе, дурехи кровная, Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают, В небесах Матерь Божия горько плачет. Ну, тут Максим схватил меня на руки И давай меня по горнице носить, Носит, да еще приплясывает. Силен был медведь. А Варька-то ходит девчонкой, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой. И все глаза заводит, И все таково важно Про хозяйство сказывает, Будто в самдельшне баба. О, Морушка, глядеть! А ватрушки к чаю подала, Так об них волк зубы сломит, И творог свой рассыпается. Так оно и шло долгое время, Уж и ты готов был родиться, А дедушка все молчит, Упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про варь говорить, и все молчат. И я тоже помалкиваю, а сама знаю свое. Отцовы сердце ненадолго нема. Вот как-то пришел заветный час. Ночь в юго воет, в окошке словно медведи лезут трубы поют, все беси сорвались с цепей. Лежим мы с дедушком, не спится. Я и скажи, плохо бедному в эту и ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут. Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зять Максима. А как ты догадалась, что про них? Полно-ка говорю, отец дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти. Потом выспрашивает, что, дескать, дурак этот большой, это про отца твоего. Верно, что дурак? Я говорю, дурак, кто работать не хочет. Но чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел, не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты? А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня, и дур-то я, и подлый, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. Как ты, говорит, могла бальстить с человеком неведомо откуда, неизвестно каким? Я себе молчу, а как устал он, говорю. Пошел бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут. Тут уж я даже заплакала с радости, А он волос мне распускает, Любил он волосями моими играть, Бормочет, не хлюпай, дура, Аль говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, Дедушка наш. Да как выдумал, чего нет его умней, С той поры и озлился, и глупым стал. Ну вот, и пришли они мать с отцом во святой день в прощенные воскресенья. Большие и об гладкие, чистые. Встал максим -т против дедушка, а дед ему по плечо. Встал, говорит, — Не думай, Бог ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по преданной. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать. Дедушке это понравилось, усмехается он. Ах ты, говорит, Арясина, разбойник, Ну, говорит, будет баловать, живить со мной. Нахмурился Максим, уж это, дескать, как варь хочет, А мне все равно. И сразу началось у них зуб за зуб, Никак не сладятся. Уж я отсут твоему и мигаю, И ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, Веселые, чистые, а брови темные. Бывалось, ведет он их, Глаза спрячутся. Лицо станет каменное, упрямое, И уж никого он не слушает, Только меня. Я его любил куда больше, Чем родных детей, А он знал это, и тоже любил меня. Прижмется, бывал, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит, «Ты, — говорит, — настоящая мне мать, как земля я тебя больше, Варвар, люблю!» А мать твоя в ту пору развеселая была озорница, бросится на него, кричит, «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк соленый уши?» и восемь си играем трое. Хорошо жили мы, голуб душа, Плясал он тоже редкостно. Песни знал хороший, у слепых перенял, А слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле, в саду. Там и родился ты, как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему навстречу. Тот радовался, он тот бесновался, А уж мать замаял, просто дурачок, Будто и не весь, какое трудное дело Ребенка родить. Посадил меня на плечо себе И понес через весь двор к дедушке Докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Эк, и говорит, леший ты, Максим. А дитя твои? не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запел, загудело страшно. Все обомлели, что за наваждение. Дедушка совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит, молебе надо отслужить. И вдруг все прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, это, говорит, наверное, Максимом сделано. После он сам сказал, что он оставил в слуховом окне бутылок разных десклянок. Ветер в горлышке дует, они гудят, всякое по-своему. Дед погрозил ему, как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим. Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то ложки испугают, пьяного караульчика заели. Много суматохи было от них а отец твой возьмет ружье, лыж наденет, да ночью в поле. Глядишь, волк притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, ставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядь Михайлов Сеней за нужным делом. Вдруг бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено, ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет волк. Все схватили, кто что успел. Бросились все не с огнем, глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул. Его пить, его стрелять, а он хоть бы что. Пригляделись. Одна шкурда пустая голова, а передние ноги гвоздями прибит к рундуку. Дед тогда сильно горячо рассердился на Максима. А тут еще як встал шутки эти перенимать. Максим склеит из картона будто голову. Нос, глаза, рот сделает, пакли налепит за волос. А потом идут с Яковом по улице и рожи эти страшные в окна суют. Люди, конечно, боятся, кричат, а по ночам в простынях пойдут, папан пугали. Он бросился на будку, а будушник тоже испугался, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили и никак не унять их. Уж и я говорила бросьте, и Варя тоже. Нет, не унимаются. Смеется Максим-то. Больно уж говорит забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. Поди, говори с ним и отдалось все это ему чуть не гибелью. дяди то Михайло, весь в дедушку обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей, четверо, Максим, Дидья, да дьячок один. Его расстригли после, он извозчик до смерти забил шли с Ямской улицей и заманили Максиму-то на дюк в пруд, будто покататься по льду на ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывал это. — Отчего, дядя, злые? — Они не злые, — спокойно говорит бабушка, нюхая табак. — Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп. А як в так себе блаженный муж. Ну, столкнули они его в воду-то, Он вынырнул, схватился руками за край проруби, А они его давай бить по рукам, Все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его был он трезвый, а они пьяные. Он как-то с божьей помощью вытянулся подо льдом-то, Держится вверх лицом посереть проруби, дышит, а они не могут достать его. Покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли. Дескать, сам потонет. А он вылез, да бегом, да в полицию. Полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью. Спрашивает, как это случилось. Бабушка крестится и благодарно говорит. Упокой, Господи, Максим Сватеича с праведными твоими. Стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дел-то. Это, говорит, я сам, будучи выпивший, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Квартальный говорит, неправда, ты не пьющий. Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой. И сам квартальный с ним и еще двое. А яшка с Мишкой еще не поспели воротиться, По трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, А он не похож на себя. Багровый весь, пальцы разбиты, Кровью сочатся, на висках будто снег, А не тает. Посидели височки-то, Варвар -вар криком кричит, что с тобой сделали? Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а мое сердце чует, ох, нехорошо. Я варь-то натравил на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку, что сделалось. Встречайте, шепчет он Якова с Михаилой первые. Научите их, говорили бы, что разошлись со мной на Имской. Сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в предельный переулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции. Я к дедушке. Иди заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за воротами. И рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет. Так я и знал, того я и ждал. Врет все, ничего не знал. Ну, встретил я дед к ладонями по рожам. Мишка-то со страху сразу трезвый стал. Яшенька, милый, и лык не вяжет. Одно бормочет. Знать ничего не знаю, это все Михайло. Он старшой. Успокоили мы квартальным кое-как. Хороший он был, господин. О, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина. С тем и ушел. А дед подошел к Максиму и говорит, Ну, спасибо тебе. Другой бы на твоем месте так не сделал. Я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела. Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил, Это уж после по глупости стал на замок сердца запирать. Остались мы втроем, заплакал Максим Саватеевич и словно бредить стал. За что они меня? Что худого сделал я для них, мама? За что? Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький. Да он и был по характеру-то вроде ребенка. За что, спрашивает, я реву, что мне больше осталось? Мои дети-то жалко их. Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепанно, как после драки рычит, уедем, Максим, братья нам враги, боюсь их, уедем. Я уж на нее цыкнула, не бросай в печь сорву и без того угар в доме. Тут дедушка дураков этих прислал прощения просить. Наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке, вот тебе и прощение. отец жалуется, как-то вы, братцы, ведь вы коллегой могли оставить меня, какой я работник без рук-то. Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся, и нет-нет, да скажет. Эх, мама, едем с нами в другие города. Скучновато здесь. Скоро и вышло ему ехать в Астрахань ждали туда летом царя, а отцу твоему был поручно триумфальный ворот строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой расстался я с ними, он тоже печален был и все уговаривал меня, ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотел скрыть радость свою, бесстыдница. Так и уехала. Вот те и все. Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо. Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной. Иногда во время ее рассказа входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал. — Ври, ври! — неожиданно спрашивал. — Лексей, она тут пила вино? — Нет. — Врешь, по глазам вижу! И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорил какую-нибудь прибаутку. — Проходи, Авдей! не пугай лошадей. Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил. — Мать! — Ай! — Ты видишь, что ли, дела-то? — Вижу. — Что ж ты думаешь? — Судьба, отец. Помнишь, ты все говорил про дворянина? — Да, вот он и есть. — Голь! Но это ее дело. Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку, про что это вы говорили? — Все бы тебе знать! — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. — С молоду все узнаешь, под старости спросить не о чем будет. И засмеялась, покачивая головой. — Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу. Ленька, ты только молчи про это. Разорился ведь дедушка-то дотла. Дал барину одному большущие деньги, тыщи, а барин-то обанкрутился. Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темнее. — Ты о чем думаешь? — А вот думаю, что тебе рассказать, — встрепнулась она. — Ну, про Евстигнея, ладно? — А вот, значит, жил-был дьяк Евстигней. Думал он, нет его умней. Ни в попах, ни в боярах, ни в псах самых старых. Ходит он кичливо, как пырин, А считает себя птицей сирин учит соседей, соседок, все ему не так да не ядок. Взглянет на церковь низка, покосится на улицу, узка яблоко ему не румяна. Солнышко взошло, рано, на что не укажут ей в стегнею, а он... Бабушкам надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным. Она говорит ленивым, тяжелым голосом. Я ста самое, да кто умею. Я ста делал бы и лучше вещи эту, да все время у меня нету. Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает. И пришли к Дьяку в ночь у беси. Тебе, Дьяк, не угодно здесь, а? Так пойдем-ка ты с нами в ад. Хорошо там у горья горят. Не поспел умный Дьяк надеть шапки. Подхватили его беси в свои лапки, Тащат, щекотят, воют, На плечи сели ему двое. Сунули его в адское пламя. Ладно ли есть с нами? Жарится дьяк, озирается, Руками в бока подпирается, Губы у него спесиво надуты. А угарно говорит у вас вадута. Закончив басню ленивым жирным голосом, она, переменив лицо, смеет тихонько, поясняй мне. Но сдался и в стегней то Крепко на своем стоит, упрям вроде бы дедушка наш. Ну-ка спи, пора. Мать сходила на чердак ко мне редко. Не оставалось долго со мною, говорил торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался. Все меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутный, но разраставшийся с каждым днем тревоги. От чего беспокоится отцов душа? спрашивал я бабушку. А как это знать? Говорила она, прикрывая глаза. Это дело Божье, небесное, нам неведомое. Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один, с палкой в руке, и мохнатая собака сзади его. Глава двенадцатая Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись. Спустил их с кровати, они снова отнялись. Но уже явилась уверенность, что ноги целые и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился. Но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня. Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях. Перед нею стояли какие-то чужие люди, сухая зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса. «Напоить его малиной, закутать с головой!» Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она поднимала и смотрела на меня с зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев. — Это кто? — спросил я, оробив. Дед ответил неприятным голосом. — Это еще тебе, бабушка. Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова. — Вот и отец. Она стала что-то говорить, быстро, непонятно. Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал я тебе подарю краски. В комнате было очень светло. В переднем углу на столе горели серебряные канделябры по пяти свеч. Между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мне, не мать». Сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи. Прилипли расплющенные носы. Все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря ⁇ непременно, непременно ⁇.⁇ Сомлел ⁇ сказала бабушка и понесла меня к двери. Но я не сомлел. Я просто закрыл глаза, и когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее. Что же ты не говорила мне про это? А ты? Ладно, молчи. Обманщики вы! Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала. Плечи у нее ходуном ходили, захлебываясь, она бормотала. А ты поплачь, поплачь! Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно. Я дрожал, кровать качалась и скрипела. Зеленая старуха стояла пред глазами у меня. Я притворился, что уснул, и бабушка ушла. Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней. Мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо. Как-то утром пришел дед со стамеской в руке, подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками. Дед тихонько спросил ее. — Что, старуха? — А что? — Рада, что ли? Она ответила так же, как мне на лестнице. — А ты, ладно, молчи. Простые слова теперь имели особенный смысл. За ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить и что все знают. Осторожно вынув раму, дед понес ее вон. Бабушка распахнула окно. В саду кричал скворец, чирикали воробьи, пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату. Синеватые изразцы печи сконфужно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели. — Босиком не ходи, — сказала бабушка. — Пойду в сад не сухо еще там, погодил бы. Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно. В саду уже пробивались светлые зеленые иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки. Приятно позеленел мох на крыше домика Петровны. Всюду было много птиц. Веселый звон, свежий, пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал спутавшись поломанный снегом рыжий бурьян. Нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе не нужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное. И устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному без больших. Я тотчас же принялся за дело. Оно сразу надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме. И хотя было все еще очень обидно, но с каждым днем терял интерес. Ты что это надул губы? спрашивали меня то бабушка, то мать. Было неловко, что они спрашивают так. Я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками, легко выкатываясь из костлявых ям. Они двигались очень ловко, все видя, все замечая поднимаясь к потолку, когда она говорила о Боге, опускаясь на щелки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точные из-за трубе и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец. Около ушей у нее катались костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы, бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. До них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам. От руки пахло желтым казанским мылом и ладаном. Я отворачивался, убегал. Она часто говорила сыну, «Мальчика непременно надо очень воспитывать. Понимаешь, Женя?» Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой. Я ненавидел старуху, да и сына ее, сосредоточенной ненавистью, и много принесло мне побоев за это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза. — Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать? И такие большущие куски! Ты подавишься, милый! Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей. — Возьмите, коль жалко! Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот. — А, батюшки, ну и озорник же ты, Христос с тобой! Мне не нравилось, что она зажимает рот. Я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание а пришлось побороть. Однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем. Оба они прилипли. Это было очень смешно. Но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала, — Послушай, зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня! — Глаза ее налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке. Это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня. Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда, пусть только она не плачет. — Да, да, — сказала она тихонько, — не нужно озорничать. Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный. Тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь? Ученый, может быть, чем хочешь. Ну, иди, гуляй. Эти потом, положенные ею одно за другим, казались мне лестницей куда-то глубоко вниз. И прочь от нее, в темноту, в одиночество, не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери, не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя. Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых думаний, но выговорить думы эти я не решался никогда. В саду дела мои пошли хорошо. Я выпал, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье. На нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами. Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. Ловк придумал. — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. — Только бурьян тебя забьет. Корнь ты оставил. Дай-ка я перекопаю землю заступом. Иди принеси. Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. — Отбрасывай коренья. Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы, хорошо будет. Хорошо. И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему, и из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. — Ты чего? Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. — Вспотел я гляди к червей сколько. Потом снова стал копать землю и вдруг сказал. Зря все это настроил ты. Зря, брат. Дом вот ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны матери в приданное, так-то. Пускай хоть она хорошо живет, Господь с ней. Он бросил лопату, и, махнув рукою, ушел за баню, в угол сада, где у него были парники. А я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге. Это помешало мне проводить мать в церковь, к венцу. Я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его. Точно она шла по остриям гвоздей. Свадьба была тихая. Придя из церкви, невесело пили чай. Мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки. Отчим сел рядом со мною и сказал. — Я обещал подарить тебе краски. Да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать. Уж я пришлю тебе краски из Москвы. А что я буду делать с ними? Ты не любишь рисовать? Я не умею. Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю. Подошла мать. Мы ведь скоро вернемся. Вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад. Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым. Но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил, ты чему учишься? Межевому делу. Мне было лень спросить, что это за дело. Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох. Хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно, прищурясь. Зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там. Мать уехала рано утром на другой день. Она обняла меня на прощание. Легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя, ну, прощай. — Скажи ему, чтобы слушался меня, — угрюм проговорил дед, глядя в небо, еще розовое. — Слушайся, дедушку, — сказала мать, перекрестив меня. — Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда. Это он помешал ей. Вот они сели в пролетку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то. — Помоги, аль не видишь, — сказал мне дед, — я не помог туго связанный тоскою. Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках. Бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая. «Достаточно!» На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном-офицером. Она сидела как написанное. А он чесал себе бороду ручкой саблей и позевывал. — Значит, вы на войну пойдете? — спрашивал дед. — Обязательно. Дело доброе. Турок надо бить. Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком. Бабушка, опираясь рукой о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою обливаясь слезами. Дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто. — Не будет добра тут, не будет. Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки. Вот они повернулись за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось. Было рано. Окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна, никогда я не видал ее такой мертво-пустой. Вдали назойливо играл пастух. — Пойдем чай пить, — сказал дед, взяв меня за плечо. — Видно, судьба тебе со мной жить. Так и станешь ты об меня чиркать, как спичка кирпич. С утра до вечера мы с ним молча возились в саду, он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблон лишай, давил гусеницу, а я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы. У меня стало совсем хорошо. Дед говорил. Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше. Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова. Теперь ты от матери отрезан ломоть. Пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе к тебе. Бабушка вот. Пить начала. Долго молчит, будто прислушиваясь, словно неохотно роняет тяжелые слова. Это она второй раз запивает. Когда Михаиле выпало в солдат идти, она тоже запила. И уговорил меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдат-то другим стал бы. Эх вы! А я скоро помру. Значит, останешься ты один. Сам про себя. Весь тут своей жизни добытчик. Понял? Ну вот. Учись быть самому себе работником, а другим не поддавайся. Живи тихонько, спокойненько, а упрямо. Слушай всех, а делай, как тебе лучше. Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой. Нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками. Глядей, Звезда упала. Это чья-нибудь душенька чистая, Встосковалась, мать землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился. Или указывал мне. Новая звезда взошла, глянька, Экая глазастая. Ох ты, небо, небушка, Риз Богова светлая. Дед ворчал. Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел свалит, вор придут, задавят. Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят. Не спадает на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел. Потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пахнет, облитые теплым сумраком. Опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка. И музыка плывет издали с поля, играют зарю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное — освобождающие, как добрая ласка матери. Тишина мягко гладит сердце теплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли. И так странно, не то вся земля умолилась для тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны и каждый звук запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человеческий голос, все особенно, не по звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной. Проиграл гармоника, прозвучал женский смех, Гремит сабля по кирпичу тротуара, Взвизгнула собака. Все это не нужно, это падают последние листья от светшего дня. Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце, Нагреваясь, тихо струится утренний воздух, Листья яблон стряхивают росу, влажная зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность. Тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. Именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим, слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним. А когда являлись братья, это немало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду, мое первое самостоятельное дело. Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал. — Что молчишь? — Так, а что? Он начинал поучать. — Мы не бари, учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены — а для нас ничего не поспело. Все, сам возьми. И задумался, засыхал неподвижный, немой, почти жуткий. Осенью он продал дом, а незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмо и решительно объявил бабушке. "Но «Ну, мать, кормил я тебя, кормил, будет добывай хлеб себе сама. Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно. Точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала. — Ну что ж, коли так, как эдак. Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, тупике под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинной оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового. — Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье. Дед заглянул в окно со двора и крикнул — я тебе повезу, еретица, попробуй, осрами осрамик меня. Ой, гляди, отец, худо будет, — серьезно предупредила она, но дед осверепел и запретил ей перевозить домового. Мебели разные вещи он дня три распродавал старьевщиком татарам яростно торгуюсь и ругаясь. А бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая. — Тащи! Ломай! Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах. И ту, на которой сидел я среди разного скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски, я прожил года два, вплоть до смерти матери. Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале. Бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня присматривалась и молчала. А вот чем неустанно рассказывал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами. — Господи, как ты ужасно растешь! — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щуки мои. Одета она была некрасиво, в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе. Вот чем протянул мне руку. Здравствуй, брат. Ну как ты, а? Понюхал воздух и сказал: А знаете, у вас очень сыро. Оба они как будто долго бежали, утомились. Все на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть. Скучно пили чай. Дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекла окна. Стал быть, все сгорело? Все, решительно подтвердил вотчим. Мы сами едва выскочили. Так, огонь не шутит. Прижавшись к плечу бабушки, мать шитала что-то на ухо ей. Бабушка щурила глаза, точно в них светом била. Становилось все скучнее. Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко. А до меня слух дошел Евгений Васильев, сударь, что пожар-то не было, а просто ты в карты проиграл все. Стало тихо, как в погребе. Фыркал самовар, хлестал дождь по стеклам, потом мать выговорила. Папаша! Что? «Что, папаша?» — оглушительно закричал дед. «Что еще будет? Не говорил я тебе, не ходи тридцать за двадцать. Вот тебе, вот он тонкий. Дворянка, а? Что, дочка?» Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушел в сени, сел там на дрова, и окоченел в изумлении. Мать точно подменили. Она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь в сумраке ясно вспомнилось, какая она была раньше. Потом, как-то непамятно, я очутился в Сормове. В доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и отчим жили в двух комнатах на улице окнами, а я с бабушкой в кухне с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Всегда у нас в холодных комнатах стоял жирный запах Гарри. Рано утром волком выл гудок. Хвоу! Если встать на лавку, то верхние стекла окна через крыши видны освещенные фонарями ворота завода раскрытый, как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок, отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми. Черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видно над селом очень редко. И за дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская. Она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом. Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака. Опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невыносимо тошно. Злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку. Стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду. Она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и ухо Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. — Поглядеть, как там старик живет. — Возьми меня, замерзнешь, гляди, как в южно. И уходила она за семь верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать желтая и беременная, Сяпка куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахромы ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот. Ее серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу. Улица была похожа на челюсть, Часть зубов от старости почернела, покривилась, Часть их уже вывалилась, И неуклюже вставлены новые, Не по челюсти большие. «Зачем мы тут живем?» — спрашиваю я. Она отвечала, «Ах, молчи ты!» Она мало говорила со мною, Все только приказывала. «Сходи, подай, принеси!» На улице меня пускали редко. Каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками. Драка была любимым и единственным наслаждением моим. Я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятишками яростней, а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости. Звереныш! Живая трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всю, Слело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе. Вот чем был строг со мной. Не разговорчив с матерью, он все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью сердито говорил ей «Вы?». Это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссоры он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтобы я слышал его слова. Но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе. Корова вы этакая!» В изумлении в бешеной обиде я так привскочил на палатях, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По субботам к вотчему десятками являлись рабочие, продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке. Этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочий в кухне, сидя за столом. Важный, хмурый, брал записку и говорил. Полтора рубля. Евгений Васильев, побойся Бога. Полтора рубля. Эта нелепая темная жизнь недолго продолжалась. Перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор. В двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку, как ради кладбища на польной церкви. «Что?» — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. «Говорилось, нет, милей дружка, как родимая матушка!» а нынче, видно, скажем, не родимая матушка, а старый черт дедушка. Эх вы! Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком. Вот чем прогнали с завода за то, что он обирал рабочих. Но он съездил куда-то, его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов. Прошло много пустого времени и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мат тотчас же сунула меня в школу, с первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда, в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище Бубнового Туза. С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув нос древатый. Садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полусловии, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, а кисшее. В морщинах лежал какая-то празелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонь. Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время. «Песков, перемени рубаху! Песков, не вози ногами!» Песков, опять у тебя особые луза натекла. Я платил ему за это диким озорством. Однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных синях. Когда дверь открывалась, арбуз въехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз с шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчехался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни!» и «Ах ты, воля моя, воля!» Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Закон учитель красивый и молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня. — Пешков, книгу принес или нет? — Да, книгу. Я отвечал. — Нет, не принес. — Да. Что да? Нет? Ну и ступай домой. Да, домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да, не намерен. Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам Слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. У папа было благообразное Христово лицо ласковые женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь, книгу, линейку, ручку пера он брал удивительно хорошо. Точно вещь была живая, хрупкая. Поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они все-таки любили. Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приумыл. Это грозило мне великими неприятностями. Мать, становясь все более раздражительной, все чаще поколачивала меня. Но явилась помощь. В школу неожиданно приехал епископ Хрисанф, похожий на колдуна и помнится горбатый. Когда он маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал, «Ну, давайте беседовать, дети мои». В классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным. Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно, «Тебе который год?» «А только-то!» Какой ты, бродлинная, под дождями часто стояла? Положив на стол сухонькую руку с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив. Ну-ка, расскажи мне из священной истории. Что тебе нравится? Когда я сказал, что у меня нет книги, и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил, «Как же это? Ведь это надо мне учить. А может, что-нибудь знаешь, слыхал, псалтырь знаешь? И это хорошо. И молитвы? Ну вот видишь, да еще и жития стихами». Да ты у меня знающий. Явился наш поп, красный запыхавшийся. Епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав, — Позвольте минутку. Ну-ка, расскажи про Алексея, человека божия. — Прихорошие стихи, брата, — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. А еще чего-нибудь? Про царя Давида. Очень послушаю. Я видел, что он действительно слушает. И ему нравятся стихи. Он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро. Попсалтери учился. Кто учил? Добрый дедушка-то. А злой? Неужто? А ты очень озорничаешь? Я замялся, но сказал «да». Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув. Вот что про тебя говорят, слыхал. Ну-ка, подойди. Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил. Чего же ты озорничаешь. Скучно очень учиться. Скучно? Это, брат, неверно что-то. Был бы тебе скучно учиться, учился бы ты плохо. А вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое. Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал. Пешков Алексей, так, а ты все-таки сдерживался бы брат. Не озорничал бы много-то. Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает. Так ли я говорю, дети? Множество голосов весело ответили, так. Вы сами-то ведь немного озорничаете. Мальчишки ухмыляясь заговорили. Нет, тоже много, много. Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивительно сказал так, что все, даже учитель с попом, засмеялись. «Эк и дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши -то годы великим озорником был. Отчего бы это, братцы? Дети смеялись. Он расспрашивал их ловко, путая всех, заставляя возражать друг другу, и все усугублял веселость. Наконец встал и сказал. — Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне. Подняв руку, смахнув рукав к плечу и крестя всех широкими взмахами, благословил. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа благословляю вас на добрые труды. Прощайте. Все закричали «Прощайте, владыка, опять приезжайте!» Кивая к лобукам, он говорил «Я приеду, приеду, я вам книжек привезу!» И сказал учителю, выплывая из класса «Отпустить-ка их домой!» Он вывел меня за руку в сене и там сказал тихонько, наклоняясь ко мне. Так ты сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь. Ну, прощай, брат. Я был очень взволнован. Какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды ниже травы, я выслушал его внимательно охотно. Поп, надевая шубу, ласково гудел. Отныне ты на моих уроках должен присутствовать. Да, должен, но сиди смиренно, да, смиренно. Поправились дела мои в школе, дома разыгралась скверная история. Я украл у матери рубль. Это было преступление без заранее обдуманного намерения. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком. Заскучая, я развернул одну из книг в записки врача, тюма отца, и между страниц увидел два билета в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю, но, наверное, и книгу о Робинзоне что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе. В морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил. Сказки чушь, а вот Робинзон — это настоящая история. Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона. Все хвалили эту книгу. Я был обижен что бабушкиной сказки не понравилось, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем. Это чушь. На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсона, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах. Это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчишками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» она сразу взяла всех за живое. В Китае все жители китайцы, и сам император китаец. Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, веселой улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе, не хватило времени. А когда я пришел домой, Мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом. «Ты взял рубль?» «Взял? Вот книги!» Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсона отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев. Несколько дней я не ходил в школу а за это время в отчим должно быть рассказал о подвиге моем сослуживцам, те своим детям. Один из них принес эту историю в школу, и когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой. Вор. Коротко и ясно, но неправильно, ведь я не скрыл, что рубль взят мною, попытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше. Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. — Ты врешь, — тихо сказала она. — Никто не может знать, что ты взял рубль. — Пойди спроси. — Ты сам проболтался? — Ну, скажи, сам? — Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу. Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. «Боже мой!» Боже мой! Терпение не стало лежать в противном запахе нагретых сальных тряпок. Я встал, пошел на двор, но мать крикнула, «Куда ты? Куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу. Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил «Бувага!» Что означало «пуговка»? Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня. Мы бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка. И все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукой. Экая дрянь, дрянь. Вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил. Дрянь. Странный это был мальчик. Неуклюжий был шаголовый. Он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего. Говорить он начал необычно рано. Никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня. Просился на руки ко мне любил мять уши моими маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тихо, весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ковсеночной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери. «Евгений, я тебя прошу, прошу!» «Глупости!» — сказал вотчим. «Но ведь я знаю, ты к ней идешь! Ну!» Несколько секунд оба молчали. Мать закашлялась, говоря, какая ты злая дрянь. Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову и хрипя, и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногой. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, им резали хлеб. Это была единственная вещь, оставшуюся у матери после моего отца. Схватил и со всею силою ударил отчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вот чем охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчем, вернувшись из двора. Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала. Прости, я виновата. Ах, милый! Как ты мог ножом? Я совершенно искренне и вполне понимаю, что говорю. Сказал ей, что зарежу вочима, и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это. Во всяком случае, попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком. В грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе, стоит, ибо это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости, хотя они и противны. Хотя и давят на нас до смерти расплющивая множество прекрасных душ. Русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни. Но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой. Глава тринадцатая. Снова я у деда. Что, разбойник? встретил он меня, стуча рукой по столу. Ну, теперь уж я тебя кормить не стану. Пускай бабушка кормит. И буду, сказала бабушка. Эк задачу, подумаешь. Вот и корми! крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. Вы с ней совсем разделились. У нас теперь все порознь. Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева. Весело щелкали коклюшки. Золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди летая, неизменно. Одет а еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели — Спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказал мне о разделе имущества между ею и дедом. Он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал, «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий солоб — продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами. Размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок. Видала, дура, тебе сотой доли этого не дадут. Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке хлыстом, его сестре лавочнице, дородной краснощекой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патка все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги. На другой день провизию хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он три буху, печенку, легкий, сычук. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил. — Постой, погоди, ты сколько положила? Высыплет чинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет. У тебя чают меньше моего. Значит, я должен положить меньше. Мой крупнее, наваристи. Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек. По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил, — Ну уж, по последней. Даже масло для лампадки предобразом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовые фокусы. А бабушке только смешно. — А ты полно, успокаивала она меня. — Ну что так? стар старичок вот и дурит ему ведь восемь десятков от шагай столько-то пускай дурит кому горя а я себе до да тебе заработаю кусок не бойся я тоже начал зарабатывать деньги по праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам по улицам собирать говяжие кости тряпки бумагу гвозди путь тряпок и бумаги Витошники покупали по двугривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. Вот и спасибте, голубь душа! Мы с тобой не прокормимся. Мы — велико дело. Однажды я подсмотрел, Как она, держа на ладони мои пятаки, Глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, Ноздреватым, как пемза. Более доходной статьей, чем витошничество, Было воровство дров и теса В лесных складах по берегу Оки Или на песках остров, где во время ярмарки торгуют железом из наска разбитых балаганов. После ярмарки балагана разбирают, а жерди тес складывают в штабеля, и они лежат там на песках почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривеньку, в день можно было стащить штуки две-три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда в юго или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. Десятилетний сын нищей мордовки Санька Вяхерь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами. Он впоследствии 13 лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пар голубей. Таторчонок Хаби, двенадцатилетний летний силач, простодушный и добрый, тупоносый ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший черной немочью, а самым старшим по возрасту был сын портнихи Гришк Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке. Ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощанниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж, и вообще мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились. Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы Слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом. Слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы. Это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно на глазах старших. Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых шкворни, железные подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил. Я воровать не буду, мне мамка не велит. А я боюсь, — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их, если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его. Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой в перевалку, точно крючник, Старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхерь был уверен, что воровству грех. Но таскать тесы жерди из песков не считалось грехом. Никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавшим нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день, Вяхерь и ясь, отправлялись на пески через затон по набухшему мокрому льду. Они шли осторожно, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы четверо перебирались незаметно порознь. Сторожа, встревоженные язем и вяхерем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь. Зацепив им теснины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду, сторожа почти никогда не замечали нас, а, заметив, не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей. Приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата. На эти деньги можно было очень сытно прожить день но Вяхере била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки. Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту. Мать Чурки была больна. Он старался заработать как можно больше. Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился, и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний, утонувший. Хаби забыл, как называется город. Помнил только, что он стоит на каме, близко от Волги. Нас почему-то очень смешил этот город. Мы дразнили косоглазовую татарчонка, распевая «Город на каме, где не знаем сами, не достать руками, не дайте ногами». Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхерь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище. «Разве ты Разве на ну, товарищ, сердится? Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе ногами. На Нам все-таки больше нравилось собирание тряпки костей, чем вырастутился. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег и после дождей, чисто омывавших мощенные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, Всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа. Нередко мы находили деньги, медь и серебро. Но для того, чтобы редские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко. Но жили мы очень дружно. И хотя иногда ссорились немножко, я не помню ни одной драки между нами. Нашим миротворцем был Вяхерь. Он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова. Простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Езя не обижали, не пугали его. Он находил все дурное ненужным и спокойно убедительно отрицал. — Ну зачем это еще? — спрашивал он, и мы ясно видели, Незачем? Мать свою он называл моя мордовка. Это не смешило нас. Вчерась моя мордовка опять приварилась домой пьянюкая, весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета. Расхребянила дверь, села на пороги и воет, и поет курица. Положительный чурк спрашивал, что поет? Вяхер, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери. «Ой, стук, пастук, молодой пастух!» Он в окошко под догом, мы на улицу бегом. Пастух Борька, вечерняя зорька, Заиграет на свирели, все в деревне присмирели. Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их. «Да», — продолжает он, — «так она и заснула на пороге, выстудила горницу, беда, как я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее сил не хватает. Уж сегодня утром говорю ей, что ты какая страшная пьяница». А она говорит — Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру. Чурк серьезно подтверждает. Она скоро помрет, набухла уж вся. — Жалко будет тебе? — спрашиваю я. — А как же? — удивляется Вяхерь. — Она ведь у меня хорошая. И все мы знали, что мордовка походя колотит Вяхиря, Верили, что она хорошая. Бывало, даже в одни неудач Чурк предлагал. «Давайте и служимся по копейке, вяхеревой матери на вину, а то она побьет его». Грамотных в компании было двое. Чурк да я. Вяхере очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острые машины уха. Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь, в садовнике наймусь, к архиерею, а то и к самому царю. Весною мордовку вместе со стариком-сборщиком на построении храма и бутылкой водки придавила упавший на них поленницей дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный чурка сказал вяхерю, «Айда ко мне же, мамка моя, выучит тебя грамоте. И через малое время Вяхерь, высоко задирая голову, читал вывески. Балакейная лавка! Чурк поправлял его. Бакалейная кикимара. Ты я вижу! Да перескакивают букваки. Буковки! Они прыгают, рады, что читают их он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям и травам. Слобода, разбросанная по песку, была скуда растительностью. Лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки. Если кто-нибудь из нас садился на них, вяхер сердит ворчал. — Ну на что траву умнете? Сели бы мимо, на песок, не все ли равно вам? При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать пруд и вника на берегу оки. Он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками. — Что вы все ломаете? Вот уж черти! И всем было стыдно от его удивления. По субботам мы устраивали веселую забаву готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапки, складывая их в укромных углах. Вечером в субботу, когда с сибирской пристани шли домой в атаге крючников татар, мы, заняв позиции где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и, уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженные множеством лаптей. Мало того, подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они однажды обкрадывали нас. Мы жаловались им. И это не игра. Тогда они делили лапти, отдавая нам половину. И начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте. Мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями. Они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головою в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги. Игра горела долго, иногда вплоть до темноты. Собиралось мещанство, выглядывало из углов и ворчало порядка ради. Воронами летали по воздуху серые пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды. Татары горячились не меньше нас. Часто, кончив бой, мы шли с ними в артель. Там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей. После ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди. На подбор силачи, в них было что-то детское, очень понятное. Меня особенно поражала их незлобливость, непоколебимое добродушие и внимательное серьезное отношение друг к другу. Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом. А один из них, Касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы. Он снес однажды с баржи далеко на берег колокол, в двадцать семь пудов веса. Он, смеясь, выл и кричал «Ву-ву! Слова трава, а слова милкаденьга, а золотой монета слова-то!» -да Однажды он посадил вяхеря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал «Вот где живи, небесной!» В ненастные дни мы собирались у езя, на кладбище, Старошке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный, на его маленькой голове, на темном лице кустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея, стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал. Не дай, Господь бессонницу! Ух! Мы покупали три золотника чая, осмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки от Суизя. Чурка строго приказывал ему. — Тройной мужик, ставь самовар. Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар. Мы в ожидании чая рассуждали о своих делах. Он давал нам добрые советы. — Глядите, послезавтра сороковины у трусовых. Большой стол будет. Вот они где, кости вам. — У трусовых кость кухарк собирает, — замечал всезнающий Чурка. Вяхер мечтал, глядя в окно на кладбище. — Скоро в лес ходить будем. Ох ты! Ясь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал. Ух, чтоб вам сдохнуть, будто ты не мальчишки, ведь, а! ах, воры, не дай Господь бессонницу. Вяхер говорил ему Мы вовсе не воры. но ин воришки. Если Езев отец надоедал нам, чурка сердито окрикивал его. Отстань, дровяной мужик. Мне Вяхерю и чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять в каком доме есть хворые, кто из слабожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятно его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас. — Ага, боитесь, Шишиги, то-то, а вот скоро один толстый помрет, эх, и долго ему гнить. Его останавливали, он не унимался. — А ведь и вам надо умирать. На помойных-то ямах недолго проживете. — Ну так умрем, — говорил Вяхерь. — Нас в ангелы возьмут. — Вас! — задыхался от изумления Езюф-отец. — Эх, вас! В ангели! — хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное. «Слушайте-ка, ребятишки, погодите. Вот третьего дни захоронили одну бабу. Узнал я ребятенке про нее историю. Что же это за баба?» Он очень часто говорил про женщин и всегда грязно. Но было в его рассказах что-то спрашивающее жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки. Спрашивают ее, кто поджег? Я подожгла. Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь. Ты в больнице лежала я подожгла. Это она зачем же? Ух, не дай Господь бессонницу! Он знал историю жизни почти каждого слабожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял пред нами двери домов. Мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра. Но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола. Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной? Уходили все. Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил: "Прощайте". Мы тоже кричали ему: "Прощай!" Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказывал однажды, оглянувшись назад. — Вот проснемся завтра, а он помер. — Езю хуже всех жить, — часто говорил Чурка, а Вяхерь всегда возражал. — Нам вовсе неплохо. На мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называли витошником, нищебродом, а однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс — получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом Фата Моргана. Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег. Дед охал и взвизгивал. «Опиваете вы меня, объедаете до костей! Эх вы!» Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего зарства. Разделавшись со школой, я снова зажил на улице. Теперь стало еще лучше. Весна была в разгаре, заработок стал обильней. По воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг к другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали от должности он снова куда-то исчез. Мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду. И на меня была возложена обязанность няньки. Бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал: "Кормить бы надо на его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас". Мать сидя в углу на постели хрипло вздыхала. — Ему немного надо. — Тому немного, этому немного, и выходит много. Он махнул рукой и обратился ко мне. — Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке. Ян таскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке. Он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков. Точно одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном. Откуда ползет к нам скрипучий голос деда? Умереть невелика мудрость, ты бы вот жить умела. Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. Если близко к нам подходит курица, кошка, Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный и сорный. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба. Потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырой щепой. Все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья. И весь двор непроглядно завален грудами разного дерева. Насыщенное водою оно преет на солнце, распространяя запах гнили. Рядом бойни мелкого скота. Почти каждое утро там мычали телята, блели бараны. Кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось, этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой. Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора, обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и надувал губы. Должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух. Фу. В полдень дед, высунув голову из окна, кричал «Обедать!» Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя. Пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкает тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал. «Будет, что ли? Али еще дать?» Из темного угла около двери раздавался голос матери. — Видите же вы, он тянется за хлебом. — Ребенок глуп, он не может знать, сколько надо ему съесть. И снова совал в рот Коле жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило. — Ну ладно, — говорил наконец дед. — На-ка, отнеси его матери. Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них. Длинные, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молчит, лежа в углу, и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал. Да и дед слишком часто на Зойлева говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело, и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили. Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами. Он ложился головой к ним и окошку. Ложился и долго ворчал в темноте. — Вот, пришло время умирать с какой рожей перед Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, что-то делали. До чего дошли? Я спал между печью и окном на полу. Мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед стряпая постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он такой умный не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчил старика, что он сел на пол и заплакал. Господи, господи! Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться: "Беспроклятый! Пилой надо было отпилить, пилой!" Из концов скалки вышли бы, Продать бы их можно дьяволово семя. Махая руками, он выбежал в сени, А мать сказала, не совался бы ты. Умерла она в августе, в воскресенье, Около полудня. Вот чем только что воротился из своей поездки И снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебрались к нему, на чистенькую квартирку около вокзала. Туда же на днях должны были перевести и мать. Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда. — Сходи к Евгению Васильевичу, скажи, прошу его прийти. Приподнялась на постели, упираясь рукой в стену и села, добавив. — Скорее беги. Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое светилось в ее глазах. Вот чем был у обедни. Бабушка послала меня за табаком к еврейке будушницы. Готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будушница натерла табаку. Потом отнести его бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему тебе стало лучше? — спросил я, Рабив, почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала. — Поди сюда. — Ты где шлялся, а? Я не успел ответить. Она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя. Нож вырвался из рук у нее. — Подними! Дай! Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня, я сел на приступок печи, испуганно следя за нею. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней. «Дай воды», я зачеркнул из ведра чашкой. Она, с трудом, приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в уголные иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползали на груди, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхание не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед я сказал ему, умерла мать. Он заглянул на постель. Что врешь? Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя за слоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим в парусиновом пиджаке в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг ударив стулом, опол крикнул громко, как медная труба: "Да она умерла! Смотрите!" Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбил себе лицо. Езев-отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова. — Ах ты, не дай бог бессонницу! Чего ты, а? — Уж это такое дело. — Верно я говорю, бабушка. И богатую, и просту. Всем дорог по Госту. — Как ли, бабушка? Взглянув в окно он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхерем, сияющий, веселый. — Ты гляди-ка! — сказал он, протягивая мне словную шпору. — Гляди, какая вещь! Это мы с Вяхерем тебе дарим. Гляди, колеска, а! Не иначе казак носил да потерял. Я хотел купить у Вяхеря штучку эту, семишник давал. Тут ты врешь? Тихо, но сердито сказал Вяхерь. А Изев отец прыгал передо мною, подмигивал на него и говорил. Вяхерь-то, а? Строгий. Ну, не я. Он дарит от тебе. Он. Бабушка умылась, закутала платком вспухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался. зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорится. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову, «Выпьем сегодня, а?» Вяхер старался рассмешить меня, нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком. А Езев отец нарочно громко хохотал, скрикивая, «Гляди ты, гляди, что он делает!» Но, видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно, «Ну, будет!» очнись-ка. Все умрем, даже птица умирает. Вот что, я тебе материну могилу дерном обложу, хорош? Вот сейчас пойдем в поле, ты, вяхер, я, Санька мой с нами, нарежем дерны и так устроим могилу, лучше нельзя. Мне понравилось это, и мы пошли в поле. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне, ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. А иди-ка ты в люди. И пошел я в люди.